a soldier boy in the twilight of my youth, when I still could feel love and trust in above for true. I fought with bravery, then I left my gun behind. But the misery I've seen never wiped itself clean from my mind. Now I'd never, ever close my eyes completely. I'm not
Red Bull. Всем добрый вечер, может быть уже и ночь. Вы слушаете передачу «Интервью с фан-клубовцем». Сегодня с нами на этот час, или даже два, Добрый Зазыч, это я и Химера Сайбер. Привет, Химер. Всем привет. Сегодня нашим гостем стал один из основателей фан-клуба лаборатории Касперского «Лавр». Скоро мы ему позвоним и начнем наше интервью. Большая просьба писать вопросы, кто еще не успел задать специальной теме на форуме, флудить в меру и общаться только в чате под плеером, чтобы не создавать путаницы. Читать чат, который на форуме, мы не будем. Так что вот так вот. И так еще что хотел сказать. Меня, говорит, плохо слышит. Увеличить. Да-да-да, вот надо точно звук проверить сейчас. И эти наушники у них... Так, сейчас проверим. Ой, свой микрофон выключил. Так, тут проверьте звук, пожалуйста, напишите, как там качество. Сейчас я все сделаю. Да, как меня слышно? Так, как слышно? Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас даже вот так вот сделаем. Что-то никто не пишет, как нас слышно. Все норм, окей. Тогда... Так, хорошо. Сейчас звоним нашему респонденту. Что ж такое-то? Алло. Привет. Здорово. Лавр. Привет, привет. Ну что ж, готов отвечать на вопросы? Ну, как говорится, всегда готов. Как вообще настроение перед интервью? Ну, на самом деле, настроение у меня всегда, в принципе, хорошее. Плохим оно бывает только тогда, когда оно не бывает плохим. Я прям не знаю, честно. Понятно, хорошо. Первый вопрос — это расскажи немного о себе. Кто ты, чем занимаешься, где учишься или работаешь, где живешь? О себе. Ага, прям какие вопросы еще, какие счета в банке и прочее. На самом деле, ничего такого вот сверхвыдающегося о себе рассказать не могу. То, что меня зовут... Георгий, да, ко мне можно так обращаться, можно по нику обращаться. Мне 19 лет, ну, во всяком случае, пока. И что на этом значит я... пока? Пока, ну, я, во всяком случае, на 19 лет не собираюсь останавливаться, да? А можешь остановиться? Ну, в жизни всякое бывает, хотим мы того или нет, ну да ладно. Потом учусь, пока, к сожалению, не работаю, потому что на очке в универе особо не поработаешь, ну, без ущерба, конечно, для учебы. На фан-клубе уже, наверное, год четвертый, ну, вот если трехлетие праздновали, то да, сейчас уже четвертый год пошел. В целом, вот. Угу. Ну, это я, кстати, забыл сказать, что это такие вот... Рядовые вопросы. Да, рядовые вопросы. Да, основные. Да, ну второй вопрос, что тебя привлекло на фан-клуб? Как ты сюда попал? О, на самом деле эта история настолько долгая, что как бы людям скучно не стало. На самом деле все произошло очень, я бы сказал так, необычно, особенно для 14-летнего подростка, коим я являлся в 2006 году. Да, это было в 2006 году. После тестирования КИСы 6, ну КИСКА в 6, я уже не помню, что именно тестировал мне, папа форума, Илья, прислал по почте подарок, кейс для CD-диска, ну, для дисков, такой вообще, ну, естественно, с фирменным логотипом и прочей атрибутикой. И, собственно, в письме указывалось то, что предлагаем поучаствовать в нашем новом проекте. Ну, я посмотрел, думаю, ну что, интересно. В то время меня это очень сильно заинтересовало. И, собственно, так я и стал к стокам создания фан-клуба. Молодец, хорошая история. Да. У каждого такая бывает. Да, на самом деле это действительно было стечение обстоятельств. То, что я именно тестировал именно этот продукт, то, что именно этот человек всем заниматься стал. То есть, как
получилось стечение обстоятельств, которое, собственно, привело к тому, что все остались довольны. И, думаю, папа форма, то, что фан-клуб получил такого вначале активного человека, и я, то, что я получил много хороших знакомств, полезных и просто хороших. Знаний много получил. То есть, в целом, действительно, обе стороны, я думаю, остались довольны. То есть, с возрастом интерес к форуму у тебя не потерялся, правильно? На самом деле интерес-то не потерялся, потерялось время, причем не ясно, куда оно потерялось на самом деле. Но, тем не менее, действительно, времени все меньше и меньше, приходится много чем жертвовать. То есть в компе я, в принципе, уже не сижу, только единственное, сижу в том плане, что курсовые, рефераты, может быть, иногда общение, и то изредка, в основном, все по телефону, и IRL, как я люблю говорить, да, то, что in real life. Так что интернет для меня все больше становится таким инструментом, нежели самоцелью. Кстати, курсовые трудно писать? На самом деле курсач я писал еще в колледже, будучи 16-летним или 17-летним подростком. Для ничего в этом ужасного нет. То есть это только кажется, что это все прям так ужасно, курсовые экзамены, на деле все куда проще, особенно если умеешь говорить с людьми. То есть самое главное — уметь найти подход к каждому человеку, а дальше, собственно, ничего сложного. Понятно. Так, ну, следующий вопрос, как бы, ой, зря я это сказал. А у тебя есть мечта в жизни? О, на самом деле мечта есть, но какая же мечта, какая же это мечта, если я о ней расскажу, причем расскажу не просто, допустим, там, маме, папе, самому сокровенному человеку, а, собственно, всем тем, кто нас сейчас слушает, то это уже тогда будет не мечта, или, во всяком случае, мечта, но которая не сбудется. Мечта есть, я бы даже сказал, есть цель, есть мечта, да, и обе эти вещи, конечно, я говорить не буду, потому что иначе действительно не сбудутся, но они по-своему великие, то есть для кого-то это кажется слишком, для кого-то может показаться слишком маленькой вещью, для кого-то может показаться большой. Но для меня лично оно действительно пока ведущее в жизни. То есть то, к чему я стремлюсь, все-таки свет в конце туннеля. Ну а смотри, например, если ты поставил цель, ты ее добиваешься? Не всегда наши желания соответствуют нашим возможностям, и это, к сожалению, так. Но в большей своей части я могу сказать, что то, что я захотел, я так или иначе получаю. Может быть, не в том виде, в котором я хотел, может быть, не теми путями, которые я предполагал использовать для достижения той или иной цели. Но в целом, да, я могу сказать, что вполне я достигаю то, чего я хочу. Ну, молодец, это хорошо, да. Похвально. Да, спасибо. Не было ли желания у тебя работать в лаборатории Касперского? Ой, на самом деле желание было изначально, вот как только я начал еще тестировать КИС 2006, или КАФ, я уж не помню, как говорил, да? И, соответственно, с развитием фан-клуба это желание, с посещением ЛКА, с развитием фан-клуба это желание только усилилось, особенно видя тех людей, которые, собственно, работают в ЛКА, это действительно и умные, и образованные люди, да? То есть я разделяю эти два понятия, думаю, в одном из вопросов оно затрагивается, я об этом подробнее расскажу. Так вот, я вижу этих людей, что у меня есть действительно чему у них поучиться. Поэтому меня всегда тянуло к умным, образованным людям. И ЛК — это именно то, где эти, собственно, люди и находятся. Поэтому меня туда, естественно, тянуло. А кем хочешь работать? На самом деле, когда я пытался учиться программированию, сейчас скажу, даже на Visual Basic писать, в программе Visual Studio 2006 или 2007, правда, не помню, я понял, что либо я разобью клавиатуру, либо я удалю Visual Basic. Я все-таки решил использовать второй вариант. То, что понял, что кодером мне не быть. Ну да, это не у всех заложено это. Действительно, терпелка нужна просто недюжая, особенно когда я нажимал скомпилировать программу, она почему-то не работала. Я смотрю, ну в учебнике все точно так же, как у меня на мониторе. Я прям листок, ну, PDF-файл сравнивал, все идентично. Но, ё-моё, не хочет компилироваться, и все. Я там подумал, что нет, так лучше, это не мое. А чем вообще занимаешься по жизни? Хобби есть? На самом деле интересов много, то есть односторонний человек, в принципе, никогда никому не интересен, поэтому, да и в принципе, самому с собой скучно будет. Поэтому я считаю, что человек должен быть в принципе разносторонний. Другое дело то, что всегда у человека должна быть какая-то узкая специализация, в которой он действительно, если не самый лучший, то один из самых лучших. Вот это главное, что я хочу заметить в этом плане, да? Но в целом интересы действительно у меня разные. То есть начиная от банального спорта
и заканчивая компьютерами, да, то, что, в принципе, увлекает большинство молодых людей. Просто у кого-то это компьютер, у кого-то, допустим, автомобиль, у кого-то еще что-то. То есть какая-то техническая техника, она и в Африке техника. То есть неважно, что это автомобиль или компьютер, оно и техника и в Африке, как говорится, техника. Угу. Да. А какой спорт? О, на самом деле я еще с детства занимался таким спортом, как бадминтон. Это, для тех, кто не знает, это действительно спорт, да, потому что действительно очень часто, когда я говорил, что я занимаюсь бадминтоном, у людей глаза по 5 рублей, а это разве спорт, это не на пляже, когда голые девушки, ой, полуголые девушки, прошу прощения, оговорочка по Фрейду, да-да-да, играют ракетками, да, и, собственно, смысл не в бадминтоне, а именно в наблюдении за этой красотой. Нет, это действительно спорт, в котором действительно есть и радость победы, и горечь поражения, и, собственно, свои правила есть. И чем хорош этот спорт, вот особенно для, я считаю, человека, который много сидит за компом, неважно, это бухгалтер или кодер или еще кто-то, то, что динамика, очень глаза работают в этом спорте динамично. То, что след за валанчиком, как он на таких скоростях летает, начальная скорость валана засекали у одного чемпиона, какого-то чемпиона засекли скорость начального полета, она составляла 300 км в час. То есть вот на начальных этапах буквально там 0,10, может быть 0,15 секунды, он летит 300 км в час. И, соответственно, это нужно контролировать все, и, соответственно, не только смотреть, но еще отбивать. Так что для глаз этот спорт действительно очень полезен. И вот сколько я им занимался и сидел за компом, а и тем и другим я занимался немало, то у меня до сих пор зрение, тьфу, оно отличное. Валанчик чем-нибудь набивал? Валанчики, на самом деле, можно набивать, но тогда они будут либо очень больно биться, либо и очень далеко улетать. Валанчики покупаются, причем удовольствие это не из дешевых, скажу я вам. Если перьевые валаны, то это 600 рублей, это около $20. Если это пластиковые валаны, это 300 рублей. Точнее, 600 рублей за 12 валанов и 300 рублей за 6. То есть, представляете, да, а перьевой валан разбивается за 2-4 минуты. То есть, это действительно затратно. Конечно, не так, как теннис или конный спорт, но все равно по карману бьет ощутимо. Авраам Мукнамной чемпионат ездил по бадминтону? Чемпионат, это громко сказано, соревнования. Вот прям жалко, у меня нет веб-камеры, потому что я сейчас через компьютер разговариваю, а ноутбук сдал в сервис-центр. У меня сейчас на рогах висят куча медалей, причем рога в прямом смысле слова. К счастью, не мои. Мне еще пока никто не наставлял. Надеюсь, в будущем тоже избегу этой участи. У меня тут висят олени рога, привезенные из Беларуси, кстати. И на них висят 1, 2, 3, 4, 5, 6, около 8-10 медалей и сломанная ракетка. Бадминтонная. А в настоящее время продолжаешь заниматься этим спортом? На самом деле я продолжаю заниматься, в принципе, активным образом жизни. То есть в это входит не только спорт, это всякие разные прогулки, в том числе и с нашими фан-клубовцами, во всякие разные интересные места. И просто, грубо говоря, занятия с друзьями иногда где-нибудь на спортивной площадке. То есть в целом, я, если что-то не успеваю, я это стараюсь компенсировать какими-то другими вещами. То есть не удалось пойти в зал спортивный, я, собственно, иду на площадку с друзьями. Не удалось с друзьями пойти, ну, значит, буду дома заниматься. То есть главное, чтобы не засиживаться. А хобби с другой стороны, то есть там марки какие-нибудь, есть что-то такое? О, вот такого статичного хобби, честно говоря, даже вот не припомню. Единственное, что меня очень сильно завлекло, в свое время я около года этим занимался, это я просто изучал Wi-Fi. То есть у меня была классная точка доступа, и у нее были возможности для апгрейда, грубо говоря, для изучения. И я, собственно, развлекался с Wi-Fi, смотрел, изучал конфигурационные файлы, как можно там уйти на нестандартные частоты и что за это будет, разные прошивки, их возможности. Собственно, выжимал из точки доступа то, что выжимал максимум из точки доступа, которая у меня была на руках. И, собственно, это меня действительно затянуло, прям как, я не знаю, как наркотик какой-то. Но спустя год я как бы оправился и вернулся в реальную жизнь. Ну да, нельзя уходить. Да, с головой. Виртуальную жизнь. Виртуально, да. Согласен. Ну и вообще, в любом случае, я считаю, что в любое дело, если оно того стоит, нужно уходить с головой, чтобы получить действительно тот результат, ради которого ты работал. Ну да, это правильно. Так, пока говорим про хобби, сейчас прошу. А интернет является для тебя
Интернет, постоянным источником. постоянный, но учитывая особенности моего провайдера, он постоянным не является. Но в целом интернет это инструмент. То есть если раньше интернет это было просто как развлекушки, то сейчас это действительно инструмент, без которого я не могу ни учиться, ни общаться, ни какие-то другие важные для меня вещи использовать, да? Действительно, со временем он стал для меня инструментом. Это особенно для учебы. То есть, я не знаю, конечно, можно ходить в библиотеки, прочее, прочее, но я считаю, что если есть возможность как-то сократить время, особенно до похода в библиотеки, Особенно в наше время. да, ну хотя что подразумеваете под нашим временем? То Ну, есть, когда у нас у всех компьютер уже есть, у всех интернет, в библиотеке как-то ходить, это и время у нас затратно, и может даже плавали. энерго кому-то. Я, Кстати говоря. например, ну ладно, говори. Да-да-да-да-да. Хорошо. Ну вот, на самом деле я тут не очень согласен, поскольку вот с человечком одним познакомился интересным и рассказывает мне то, что я вот хожу в библиотеке. Я такой, ну хорошо, мы по телефону разговариваем, у меня глаза, наверное, не по 5, по 10 рублей. И такой, а как, а зачем? А мне говорят то, что, мол, ну в библиотеке там можно с людьми познакомиться интересными, просто книги в тишине, в спокойствии почитать. То есть в целом у каждого вида, наверное, так, обучение есть свои плюсы и минусы. То есть сидя за компом, действительно можно и сэкономить и время, и, может быть, даже деньги, но в то же время ты не подвигаешься, даже пускай пройти лишние пару километров до библиотеки, может быть, не познакомишься с новыми людьми. Так что у каждой как, такой области есть как плюс, так и минус. То есть нельзя рассматривать что-то однобоко. Ну, правильно. Да, есть такое дело. Да, но у нас в библиотеке этим не займешься. У нас компы стоят, и очень Так, много народу постоянно приходит, так что. что ты подразумеваешь под этим не займешься? Почтением книжек. А, ну так всегда нужно уточнять. То есть каждому в меру своей испорченности, действительно согласен, это печально, но в то же время конкретика. Всегда должна быть конкретика, и я рад, что ты это уточнил. Да. Продолжим. Продолжим. Как думаешь, что будет на пятилетие фан-клуба? Ну, во-первых, я думаю, что будет пятилетие фан-клуба, это очевидно. Всегда ваш капитан. А на самом деле, говорят, что-то будет грандиозное. То есть я пока, честно говоря, не знаю. И предугадывая ваш вопрос, пойду ли я туда или не пойду, сразу могу сказать, что очень бы хотелось, и если мои желания совпадут с моими возможностями, то, конечно, пойду. Особенно учитывая то, что 31 августа это все будет происходить, скорее всего, как обычно было. И у меня 31 августа обычно. Вот уже второй год подряд такая ситуация, что я приезжаю со спортивных сборов именно 31 августа. То есть вот в эти дни. Помню даже я первый день, как же было там 31 августа и 1 сентября проходила ДРФК. И я 31 августа, только вот когда все началось, ехал в машине, собственно, со сборов. То есть вот тут такая ситуация получается. Так, ясно. А как относишься к идее интервью с Маглубовцем? На самом деле для меня это в новинку, но в то же время, как я вижу тут как положительные стороны, так и отрицательные. Положительное это то, что можно узнать о человеке немного больше, особенно учитывая то, что слово не воробей, вылететь не поймаешь. Да, если пост стереть можно, то слово вряд ли получится. Это, наверное, как из плюсов, из минусов, то, что, честно говоря, даже не знаю, но как вариант, это то, что, например, для меня было шоком. То, что мне предложили поучаствовать в таком проекте, поскольку я не Евгений Валентинович, не Владимир Владимирович, не Дмитрий Анатольевич, чтобы вот меня так расспрашивать, да, то есть для меня это в новинку, в диковинку и, собственно, со всеми отсюда вытекающими последствиями. Ну, к участию приглашаются все основатели, я вот всех приглашал, активные пользователи и так далее. А вот. Это чудесно. А как относишься к идее с онлайн-интервью? На самом деле, если учесть, что нас сейчас, я так понимаю, слушают прямо как обычное радио, то это было бы действительно, это, я считаю, это скорее положительное, нежели отрицательное. То есть я не люблю на что-то смотреть однобоко, как я уже не раз замечал. Тут есть как свои плюсы, так и свои минусы. Другое дело, что навскидку это трудно сказать, то есть что хорошего, что плохого. Но в любом случае, я думаю, я даже хочу в это верить, что хорошего здесь больше, чем плохого. Ну-ну. Есть ли у тебя вредные привычки? О, вот в этом плане мне повезло, я родился не только здоровым, но еще и относительно умным. Относительно потому, что это Относительно случилось. кого?
Относительно вот табуретки я действительно умный. А допустим, относительно того же самого Эйнштейна, там, я не знаю, кого еще, Леонардо да Винчи, умным себя назвать, ну, было бы как минимум слишком самонадеянно, да? А вот в отношении табуретки я не только умный, но еще красивый, образованный, да, и прочие-прочие прелести. Ну вот. Так вот, относительно табуретки я родился умным, и у меня хорошие родители в том плане, то, что они никогда мне ничего не запрещали, они лишь просто грамотно меня подталкивали, да, и то, что, в принципе, я абсолютно не курю, не употребляю наркотики, не употребляю, в принципе, алкоголь, даже по праздникам предугадываю ваш вопрос. Клей тоже, кстати, не нюхаю, а с клеем вообще отдельная тема, на самом деле. Однажды я ехал с учебы и вижу, стоит молодой человек в метро, ну какой-то он странный, одет реально хорошо, то есть, видно, не бедный, не бедствует человек. И вижу, у него какой-то странный пакетик в руках. Я смотрю, а в пакетике просто клей. Он встал в уголок двери и так потихоньку затягивается. Причем так он дышит, пакетик разбухает, и потом сужается, разбухает, сужается. И, в общем-то, для меня это явилось настолько большим шоком, что я понял, что нет, такого мне точно не нужно. Ну да, правильно. Тут у нас многие не пьют, не курят. Да. Да, да, к сожалению, да, да, да. Да, 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 вот именно. Так, для тех, кто только что присоединился к нам, напоминаю, что вы слушали интервью с фан-клубовцем Лавром. Он один из основателей фан-клуба. Вот. Так, вернемся к вопросам. Так, секунду. Угу. Так, так, так. Если бы у тебя была возможность что-то изменить на форуме, что бы ты поменял? Ох, честно говоря, перемены не всегда к лучшему, но если они нужны, то они нужны. На самом деле, я считаю, что я в данный момент не владею полной картиной, поэтому вносить изменения, не владея полностью ситуацией, было бы некорректно. То есть, грубо говоря, приду и скажу, а давайте вот мы сделаем вот такой-то модуль взамен того, такого-то. А люди скажут, зачем, если есть почти такой же модуль, который уже есть на форуме. То есть, нужно детально рассматривать тему, в которую ты хочешь внести изменения. В данный момент, к сожалению, времени я не могу посвящать много времени изучению форума, и что-то менять там было бы тоже нелогично, если человеку, как я, который, собственно, сейчас не имеет времени изучить тему и внести какие-то предложения по этому поводу. Ну да, время тут надо очень много этому уделять. Да, вот, кстати говоря, помню, вот начало было, там действительно форум состоял, по-моему, из трех главных форумов, ну, таких огромных тем, ну, подфорумов даже, да, и тем там было не больше 20, то есть действительно... А какие? Не помнишь? О, я помню, они в основном были действительно о развитии, скорее, проекта, хотя, честно, вот врать не буду, нет, не помню. Тем было действительно очень мало, и все их прочитать можно было, ну, действительно, за минут 10-15, то есть весь форум, весь фан-клуб можно было читать, ну, 10-15 с учетом старых сообщений и, собственно, отвечать тоже, то есть полчаса на весь фан-клуб. Это реально то, что я помню, то, что я, собственно, я сам делал. Соответственно, сейчас я захожу, я даже не всегда могу один подраздел почитать, не говоря уже про весь форум, что действительно как хорошо, так и плохо. Так. Химер, ты тут? Да-да-да, мне тут отвлекли просто. Как ты учился в школе, если помнишь? Почему учился? Я до сих пор учусь, как кто-то там из великих сказал, что мы учимся всю жизнь, да? В школе жизни. Да, вот если в школе жизни и в школе туда. Но если про школу, которая обычная... Которая обычная, да, тут, наверное, подразумевается. Обычная. Ну, что я могу сказать? Это было время со своими радостями, со своими огорчениями, со своими плюсами, со своими минусами. Другое дело то, что... Учился я там, ну, вполне хорошо, не могу сказать, что я был отличником. Хорошистом я был, отличником не был никогда. Хотя были мои друзья отличниками. Потом, правда, тоже стали хорошистами, в то время как я стал уже с тройками ходить. Это действительно время радостное, которое вспоминается до сих пор с теплотой, то есть нет никаких обид, никаких горестей и прочего-прочего. То есть это то время, за которое мне ни капельки не стыдно, и о трате которого я, в принципе, не жалею. Оно меня действительно научило многому, дало как положительный, так и отрицательный опыт. И в целом я доволен тем, что я учился именно в то время, в той школе и в том классе, в котором я, собственно, учился. А в какой ты школе учился?
Обычно среднеобщеобразовательная, то есть не специально не английская, не просто не математическая, просто обычная школа, которая, кстати говоря, была буквально в минуте бега от моего дома. То есть, так же, как у меня. Вот-вот-вот. Да-да-да. Помню, что-то забыл дома буквально, и нужно было очень быстро принести. Мне повезло, как бы здоровьем я не подкачал. Я побежал от школы до дома, и, собственно, я добежал примерно около за минуту туда и за минуту обратно. Правда, запыхался, но, в общем, 2 минуты насчет дороги туда-обратно, я считаю, это очень неплохо. У тебя из окна ее видно? Нет, у меня окна выходят на другую сторону, то есть школы не видно. Ну, я думаю, это, кстати, к счастью. Да, тебе повезло крупно. Мне вот видно. Каждый день лицезрею. Ну, на самом деле... Особенно если использовать бинокль, то можно не только в окна школы заглядывать, но и в другие места, и не факт, что ты там увидишь... Какие? Например, в автосалон какой-нибудь за машинкой наблюдать, представить себе, что это твоя мечта, и заработать на эту мечту. Как пример? А встречаешься со своими одноклассниками бывшими? Честно говоря, вот, к печали сказать, сейчас все ребята, блин, такие занятые, в том числе и я, поэтому встречаться не получается. Хотя вот с некоторыми... действительно, которые очень-очень рядом прям живут, общаемся, как бы помогаем друг другу, ну, особенно вот мне как бы, точнее моим одноклассникам повезло, то, что я в компьютерах более-менее разбираюсь, и они иногда обращаются за консультацией, мол, так и так, что сделать можно в этом плане. И я, в принципе, никогда не отказываю, денег, кстати, не беру, потому что негоже со своих же брать деньги. Так что вот так. А на дне выпускников был? Ой, на самом деле это отдельная тема, которая... вряд ли входит в рамки данной дискуссии, потому что это настолько объемно и неоднозначно, что сейчас к ней возвращаться было бы просто неправильно. А пользуешься ли ты скинами для продуктов лаборатории Касперского? Вот, кстати говоря, вот до сих пор ломаю язык, скинами или скинами, потому что если первое, то как-то ухо режет, а второе просто как-то режет. И мне это немного, как бы, я предпочитаю слово оболочки, да? Вот оболочки действительно это... Графический интерфейс еще можно назвать. Да, да, да. На самом деле, раньше пользовался, особенно вот Пип, конечно, к чести Пипкина сказать, это человек, который привил мне, наверное, любовь к скинам, да, графическим оболочкам. Это действительно, на самом деле, сейчас нет. Раньше действительно пользовался и одно время создавал свой скин совместно с еще одним фан-клубовцам. Скин действительно такой неоднозначный для многих людей, я бы сказал. Но, к сожалению, у нас не хватило материала, поскольку та тематика, которую мы затронули в том скине, она... по ней было очень мало графического материала. И скин остался так и недоделанный, причем скин, он был для шестерки. Соответственно, для 2011-го, где еще больше рюшечек, гаечек, болтиков, винтиков, я думаю, найти точно ничего не получится. А какая тема была скина, можешь сказать? Вот, кстати говоря... как хранил обещание никому не говорить, так до сих пор и не скажу. Вот честно, мы условились, что не будем никому об этом рассказывать, и, собственно, спустя уже 3 года, наверное, я это обещание вроде так и не нарушал, и впредь как бы тоже собираюсь не нарушать, поскольку я человек, который, ну, старается за свои слова держать ответ, да? Так что, как-то так. Ну да. Каким продуктом лаборатории Касперского ты защищаешь свой компьютер сейчас? Тогда уж нужно говорить компьютеры. У меня, точнее, ну как у меня лично 2. Плюс мамин ноутбук. То есть у меня вот сейчас персональный компьютер, который сейчас стоит на столе. Потом ноутбук, который стоит в сервис-центре уже 20-й день. На всех компах стоит киса. И, в принципе, стоит в таком режиме, что лишь бы не беспокоило. То есть вот прошли те годы, когда я... сам обновлял базы, там каждый день в настройках копался. То есть сейчас, чем незаметнее продукт, тем лучше. То есть, действительно, вот я понимаю простых пользователей, которым не нужны вот эти всякие замороченные вещи. Им главное, чтобы от вирусов защищал, и чтобы комп всякую гадость не показывал непотребную, да. Так что вот теперь, наверное, я перешел в разряд, как бы это ни прискорбно было признавать домохозяек, которым лишь бы работал, и работал нормально. Это пока... В принципе, продукты ЛК меня абсолютно устраивают. То есть в этом плане я придраться не могу ни к чему. Свой первый вирус помнишь? Если, конечно, его ловил. На самом деле, у меня не было первого вируса, поскольку я их написательством никогда не занимался. Я уже говорил, что когда я пытался учиться программированию, писать даже Hello World, у меня чуть клава не сломалась, да? Поэтому нет. Но я понял, что ты имеешь в виду. Ой, я помню этот вирус, это был...
msblast.exe, по-моему, это который, да, MS Blast, я, правда, уж не помню, как само название, но вот экзешник я его помню. Он, собственно, что делал? Он после подключения к интернету, он выключал компьютер через 60 секунд. И, Лавсан называется, вот, вспомнил, точнее, не, Яндекс помог мне вспомнить. Лавсан. И он выключал компьютер через 60 секунд. Ну, это был действительно мой первый вирус, который отключил мне друг с помощью автозагрузки. То есть вирус остался, но он перестал работать. Это в каком году примерно было? О, это год 4-5 был, 2004-2005. Довольно так, давно. Что за знакомое? Вроде у меня было. Я тогда был, правда, маленький. Но компьютер был. В пеленочках еще был. Нет. В пеленках вряд ли. Да все мы тогда были маленькие. Да и сейчас, честно говоря, я не считаю себя взрослым, потому что 19 лет и считать себя взрослым — это то же самое, что и быть мудрым в 19 лет, то, что я уже. То, что будет, кстати, один из вопросов, да? На самом деле, очень вспоминается мне хорошая фраза. Все мужчины как дети, и с возрастом меняются только игрушки, да? Только вот некоторые игрушки в виде автоматов очень люди не хотят, да? Но это уже другое, другого поля ягоды. Почему для защиты своего компьютера выбрал именно продукты лаборатории Касперского? Кто-то помог тебе с выбором или сам? Да нет, я в принципе всегда сам старался решать свои проблемы. И просто это было, действительно сыграло, наверное, роль популярность, как бы это ни банально звучало. Он был самый популярный, все о нем писали, хорошее, плохое, неважно. Он был просто на слуху. И это, в общем-то, сыграло свою роль в выборе решения в пользу этого вендора. А где впервые увидел? Рекламу или там? Нет, реклама. Да. Что, в 2004-2005 годах, я не помню, чтобы была такая вот компания у ЛК, чтобы... Именно компания через А по поводу рекламы своих продуктов. Это все было в интернете, найдено, прочитано, увидено. И, собственно, на основании данных из интернета я как бы составил свое мнение об этом продукте. Ну и уже после его использования, естественно. Довольно неоднозначный такой вопрос. Какое твое мнение о современной молодежи? Ну, поскольку я сам отношусь к современной молодежи, другое дело то, что я, можно сказать, выпадаю из общих рядов нас, молодежи, поскольку интересы у всех разные. Другое дело то, что массовость и стадность — это всегда было не самое лучшее качество, которое есть в нашем мире, да, то есть если 10 человек курят, то 11 будет курить, да, поэтому я считаю, нужно... Честно, вот вогнали этим вопросом меня в тупик. Нужно бороться с массовостью, то есть развивать индивидуальность людей, чтобы не было вот такого поголовного увлечения какими-то плохими вещами. А как известно, запретный плод сладок, и молодежь на этот плод очень, собственно, рьяно покушается. Да, и, к сожалению, с риском для собственного здоровья, а иногда и даже жизни. Поэтому развитие индивидуальности – это как одна из задач, которая должна стоять перед государством и перед любым человеком, который хочет, собственно, добиться каких-то успехов. Так что надо развиваться. Самообразование рулит. Ну это да. Такой вопрос, ну а как бы о себе хочу задать. Угу. Как ты относишься к Фурсенко, министру образования? Министр образования Фурсенко. Опять же, вот честно, дословно не помню фразу, тоже одно изречение как у великого человека, о том, что никогда не создавайте свое мнение о других людях на основе того, что вам рассказывают другие люди, потому что это всего лишь слухи. Лично я его не знаю, на брудершафт с ним я не пил, поэтому сказать, хороший человек, он плохой человек, хороший работник в плане в профессиональной сфере или плохой, я тоже не могу, потому что не знаю его лично, никогда с ним вместе не работал, и учитывая... то, что мои интересы и его как бы задачи, мы вряд ли когда-нибудь встретимся, во всяком случае в профессиональной деятельности. Ну а как оцениваешь его вообще деятельность в плане политической? Честно говоря, он же вроде по образованию больше специализируется, да. Если учесть, что он министр образования. Так что политика, я бы не стал бы приплетать политику, ведь политика, в принципе, это грязное дело, да? Хотя однажды нам тоже рассказывали. Особенно в нашей стране. Я бы так не сказал. Как однажды нам, кстати, сказали, то, что политика — грязное дело, это говорят люди, которые, собственно, в этой политике есть, и им не нужны лишние конкуренты. Да?
То есть, чтобы другие как бы в этот якобы непотребный мир не лезли. Так что, тут, опять же, все неоднозначно, и как-то воспринимать это и только строить свое мнение только на основе СМИ и каких-то отдельных людей я бы не стал. То есть, нужно лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, да? Старое выражение такое есть. Так что, вот, пока я его лично не узнаю, не увижу, не поговорю с ним, не пообщаюсь, то свое мнение, как позитивное, так и негативное, строить я не готов. Так, еще один сложненький вопрос, наверное. Каково твое мнение о современной России во всей в целом? Ну, как сказал Владимир Владимирович Путин, то, что... Так, секундочку. То, что крах Советского Союза был великой геополитической катастрофой. Я, в принципе, с Владимиром Владимировичем согласен. И тут спорить не буду. Действительно, было неправильно, я считаю, отказываться от тех территорий и от тех радостей, которые, собственно, были присущи Советскому Союзу. Что касается современной России, я, собственно, имею радость или несчастье, тут с какой, опять же, стороны посмотреть, в ней жить. Тут есть как хорошие стороны, так и плохие. То есть, опять же, нельзя судить о ней однобоко. Кому-то хорошо живется, кому-то плохо. То есть, кто как устроился, тому... Тот так и думает, да, то есть человеку, у которого нет, допустим, крыши над головой, там плохо, а человеку, у которого есть крыша над головой, да еще и крыша, которая откидывающаяся, да, то ему, в принципе, хорошо. Как-то так. Так, вот вопрос из чата от фан-клубов ЦНФР. А, Лавр, как ты относишься к школьному Линуксу? Школьный Линукс. Честно говоря, звучит как контрацептив, честно. Вот как-то мне это... Ну, вообще, по идее, введение в школу Linux, как оно тебе? На самом деле, нужно же смотреть, если бы на всех предприятиях, ну или на подавляющем большинстве предприятий стоял Linux, то это занятие очень правильное. Но поскольку вот сейчас я прихожу иногда в разные организации и смотрю на их компьютеры, они пользуются всякими разными программами, которые, собственно, ставятся на Windows. И, соответственно, человек, который обучается Linux, а потом приходит и смотрит, а тут не Linux, он уже профессионально как-то не склад... ну, профессионально не сможет себя реализовать, потому что не знает, как работать с Windows, как работать с Windows-системами и с приложениями, которые под них написаны. Так что... Тут как хорошие, так и плохие стороны есть, но все же я вижу, что если переводить школу на Linux, то тогда уже и все остальное должно быть как бы унифицировано. То есть если и школы, ну точнее образовательные учреждения на Linux, то и остальные организации, допустим, которые будут предоставлять работу этим людям, они тоже должны использовать то программное обеспечение, на которое учили их сотрудников в школе, в университете. Ну да. Ну, закончились такие стандартные вопросы. Теперь от пользователей вопросы. И вопрос такой. Первый от танкиста. В какие игры ты играешь? О, на самом деле я... Раньше я очень любил гонки, да и до сих пор гонки люблю. И сейчас вот у меня на телефоне игрушки только гонки. Ну, потому что все-таки на тач-телефоне играть в другие игры, кроме гонок, не очень удобно. Так вот, в целом играю только в одну игру, можно сказать, даже в серию. Это Splinter Cell. В двух словах, это про прохождение бравого американского шпиона, который, собственно, спасает в каждой новой серии игры мир от злобных... А, враги меняются. Да, тоже играл в такую игру. В принципе, понравилось. Mm-hmm. У тебя комп, кстати, для него подходит? Мощный? Один комп. У меня четвертый пенек. 3 ГГц, 2 ГБ оперативки, 2 ТБ хард, плюс 500 ГБ хард, плюс 320 ГБ хард, видюха AT Radeon 58 или 57, 70, ну что-то в этом роде. То есть одна из последних в 2009-2010 годах. И в принципе, все, что мне нужно, она тянет. То есть, конечно, топовые игры, она тянет на минималках, но в целом тянет. А это хорошо. Компьютер-монстр, можно сказать. Ну, вот только по хардам. А вот в ноутбук он действительно тянет все. Вот ноутбук, ну, правда, я... И ноутбук хороший. Core i7, 1,7 ГГц, 6 ГБ оперативки DDR3, DDR3 видюха 1 ГБ, AT Radeon 56, 70 или что-то тоже в этом роде. То есть ноутбук, конечно, мощнее в этом плане, особенно в плане процессора. Вот я как понял, ты любишь гонки. Вообще сам автоспорт смотришь?
Нет, я в принципе не могу смотреть спорт по телевизору. То есть вот неважно это бокс, бадминтон, футбол, волейбол, гандбол, литербол, неважно. Не могу смотреть все. То есть мне нужно либо играть, либо какие-то отдельные моменты смотреть. Допустим, красивые голы. Вот правда, это действительно приятно посмотреть. Какие-то особые вещи, когда человек изворачивается и кажется невозможно ему что-то сделать, а он это делает. Это да. Но в целом смотреть вот спорт любой по телевизору мне это не очень нравится. Поэтому я, собственно, этим не занимаюсь. Спрашивают в чате, играл в последнюю версию Need for Speed? Я играл в пошаговую версию Need for Speed Shift на своем компьютере. Мне не понравилось. Наверное, потому что она была пошаговой. Вот так. Пошаговая версия, что-то первый раз слышу. Да, это что за? Это такая особая версия для слабых компьютеров, когда вот если кто играл в Worms, когда там сначала один червячок ходит из одной команды, потом другой червячок из другой команды. Также и тут. Да. Из-за супермощности моего компьютера, точнее из-за их отсутствия, собственно, пошаговости возникает. Ясно. Вопрос от пользователя Фитель. Таким спортом увлекаешься? Ну это ты уже говорил, в принципе. Да. А считаешь ли учебу спортом? То есть там добиваться каких-то достижений в учебе, ну, считаешь На спортом? самом деле я то же самое, что и с шахматами, то и с киберспортом. То, что вроде бы это и спорт, но для меня он непонятен. То есть я не отрицаю, что это спорт, но лично я это не понимаю. Так же и с учебой. Возможно, это в каком-то роде и спорт. Но для меня пока смысл этого, вот этого, то, что ты сказал, остается под покровом тайны. Ну такой вот у тебя в профиле написано такой четверостишься, не завидуй тому, кто силен и богат. Ну и так далее. Это ты придумал сам? Кстати говоря, уже один человек дал ответ на этот вопрос. Это, как я, ну, судя по имени фамилии, это придумал арабский, я не знаю, кто он был, он, скорее всего, политический деятель, Омар Хайям. Мне это четверостишие запомнилось тем, во-первых, оно действительно мне запомнилось, не знаю почему, может быть, по каким-то внутренним моим принципам, и сыграло в моей жизни очень однажды положительную роль. Я его запомнил буквально действительно за пару часов, когда вот почитал, и потом в голове прокручивал, автоматом оно запомнилось. И у нас был однажды преподаватель по-моему, не пиар, а что-то связанное с рекламой. Точно не помню, как назывался предмет. И преподаватель поставил такое условие. Все, кто опаздывают на пару, то есть заходят после него, рассказывают стишок, чтобы сесть в аудиторию. И я все время к этому преподавателю приходил вовремя, то есть раньше или прямо вовремя, но приходил. И стих мне рассказывать не приходилось. Но вот на экзамен я буквально опоздал на 1 минуту, может быть, две. Захожу, он говорит, я такой, ну экзамен, все уже, зачеты вы проставляете, там, ну не зачеты, там оценки автоматом, у меня тоже автоматом, можно войти, он такой, нет, стих. Ну и, собственно, это стал мой дебют, когда я почувствовал себя стихоплетом. Ну, что я рассказал стих этот, и, собственно, одним козырем в моем рукаве стало меньше. Вопрос из чата. Ты плюс 100-500 смотришь? О, на самом деле я для себя эту передачу еще недавно открыл, но, к сожалению, мало выпусков было. Ну, точнее, я посмотрел все те выпуски, которые были на сайте. Да, действительно, передача улыбает, но она, конечно, со своими плюсами, со своими минусами, но в целом положительные эмоции она у меня вызывает, да. Ну а продолжаешь ее просматривать, то есть свежие выпуски? Честно говоря, свежих выпусков я только видел один сегодня, вот который, не знаю, когда вышел. Сегодня? Ну, он для меня открылся сегодня, то есть, может быть, он был раньше, но я его просмотрел выпуск сегодня. Да, в целом, мне эта передача нравится. Еще вопрос из чата. Какой браузер используешь? О, на самом деле я использовал испокон веков сначала Internet Explorer, как любой человек, который не разбирается в компьютерах. Потом, как бы, я понял, что Internet Explorer создавался для того, чтобы качать Opera. Ну и, собственно, я это дело и сделал, да? И до сих пор сейчас вот сижу с оперой. Ну да. А Вот. химера... Ну давай. Да, мой вопрос. Я тебе его не отдам. Дарю. Дарю, спасибо. Ну вот я раньше играл много в CS, Counter-Strike Source, почти 2 года, долго это там в всяких лигах играл. И там впервые увидел в нике сочетание букв G и L. Так получалось русское L.
Почему у тебя такой ник Лавр, и почему ты именно в таком виде у тебя он написан? На самом деле печально то, что ты в скайпе так написал. J и большая L. Да-да-да, это моя ошибка, извиняюсь. У меня J и большая I, но на самом деле печаль не в этом. У меня, как меня только не читали, и Джабапо, и Джлавр, и Джпап даже читали. То есть был, я однажды играл тоже в Source Engine игру, Day of Defeat, и там ребята, по-моему, немцы или кто-то, ну, не из России, в общем, не из СНГ, пытались ко мне обращаться по нику и читали «Джпап». Я стал для них «Джпапой». Ну и, в общем, действительно, мой ник у зарубежных ребят вызывает некоторые недоумения. Ну, русские тоже не всегда понимают, ну, во всяком случае, русскоговорящие. Это производная от моей фамилии. Так что, в общем-то, это понятно, да? Первые 4 буквы, да. Да. Несмотря на то, что их 5. То есть вот такой парадокс. Ну, в принципе, да, так хорошо ники так придумать, когда фамилия по фамилии. Да, забыл сказать, что это был вопрос от вид 9696. Угу. Но я его как под свой переделал немножечко. Угу. Но я все равно записал его в блокнот, спасибо. Ну да. Так, вопрос от Аркадия. У тебя в профиле написано «Главнюк». Почему так? Ну, потому что без буквы «Л» было бы нецензурно. Да? На самом деле, это прозвище придумал не я, мне его придумали, а я как бы не обиделся, мне наоборот это понравилось. И я, в принципе, его стал использовать по отношению к себе как некоторые уменьшительно-ласкательные, как некоторые друг друга называют зайками, сашечками, машечками, так же. И я стал не главным, а главнюком. Ясно. А кто придумал? О, это друзья? Да, это придумали, можно сказать, ну как друзья, знакомые. Знакомый. Угу, понятно. Какой был твой первый ПК? Эх, первый ПК был жутко мощный по тем временам, и все мне завидовали. Это было 1,8 ГГц Intel Pentium 4. Одно только произнесенное это слово, словосочетание, вводило людей в ступор. Потом был 40-гиговый хард Seagate Barracuda 7200 RPM. Была 64-мегабайтовая видюха, кстати, которая играла мне хорошую роль, когда сыграла мне на руку, когда я играл в Devil Defeat Source, там есть при взрыве гранаты такое смазывание, то есть граната взрывается и тебя типа контузия. А видюха была настолько паршивая, что у нее не было этой возможности, ну, не было возможности отображать эти смазывания. И когда других людей контузило, у меня в принципе ничего не происходило, и у меня было некоторое такое преимущество, можно сказать, читерское, да? Но, увы, с покупкой новой видеокарты это преимущество у меня исчезло. Что вот так. Так, Кемер, это тут? Угу. Это вот у тебя еще вопросы остались. А, это мои вопросы, правильно? Нет. Ну, вопросы не деньги. Деньги всегда найдут свой карман. Там просто серия вопросов от Аркадия. Он у нас реконсмерт по задаванию вопросов. Да, флутвай, не флутер. Учтем-с. Так что ему тоже может иногда давать баллы за это. За усердие. Я, кстати, дал в своем интервью. Ну, такой вопрос из чата, пока Заз думает. Так, снова мне тут нафлудили. Ты смотрел кино Next? Сейчас, там, по-моему, про девушку, да? Ну, вот не знаю, к чему это относится. Так, хорошо, Next, я так понимаю, это та киношка, которая у нас шла по РЕН-ТВ про бандитов в 90-е. Если это именно то, о чем я думаю, то это тогда не кино, а сериал, если именно... Я правильно понимаю. Пулеметчик Аркадий тут пишут. Пулеметчик Аркадий? Или это не к тому? Да, скорее всего, Next к пулеметчику Аркадию вряд ли какое-то отношение, ну, да. Даже косвенное. Так вот, я пару серий смотрел, когда... Ну, просто было дело, что я зашел. Ой, зашел, уже привык, зашел в интернет, включил телевизор, и там был этот сериал. Ну, посмотрел, да, сериал как сериал, то есть чем-то понравился, чем-то не очень. Секундочку одну, ребят. Угу. Так, разобрался я с вопросами, в принципе. Твой следующий. Еще остались. Так, я тут, да. Вопрос опять из чата. Такой необычный. Сколько раз лохотронили в интернете? Баннеры на полэкрана и так далее. Было такое?
То есть сколько раз меня лохотронили, да? Или... Да. А, на самом и деле... было ли такое? Мне повезло, с порно и баннерами я не встречался, да? И с порно баннерами тоже, кстати. Так что, честно говоря, мне повезло, ни разу от этой заразы не лечился. Поэтому, действительно, ни разу. А вот люди, к которым я ходил лечить компы, да, бывало, бывало. Особенно, когда приходишь к вроде такой приятной особе, а у нее такая неприятная ситуация, то возникает некий конфуз, да? Так что эти порно-баннеры как-то играли не самую приятную роль в знакомстве вот с такими вот особами, так что как-то так. Опять вернемся к играм. Какая компьютерная игра больше всего нравится тебе? А, ну это опять же Splinter Cell я бы назвал, поскольку я в нее, ну вот именно серия игр, то есть не одна конкретная игра, а именно вот серия, да? Люблю иногда поиграть вот в первый Splinter, который самый такой хардкорный, где можно по 5 минут сидеть и выжидать этого проклятого врага. Ну и с последним не брезгую, когда можно идти с перевес с пистолетом и, собственно, стрелять всех направо и налево. Так, вопрос Баян, наверное, не буду задавать. Ты за активный образ жизни? Это Баян же. Ну, на самом деле, Баянов не бывает. Бывают просто повторяющиеся вопросы. Я бы сказал так, что если человеку не позволяет здоровье вести активный образ жизни, то ему нужно как бы пересмотреть свои взгляды, да? То есть ему нужно делать упор на то, в чем он силен. Допустим, он силен в учебе, да? И зачем ему тогда качаться, допустим, заниматься боевыми искусствами, если он может достичь успехов в учебе в той же самой, я не знаю, нанотехнологиях, которые сейчас популярны, создать нано-гараж с нанотопливом и наномашиной, да? То есть, как бы... И нанодом. Да, без нанодома нынче никуда, согласен. Так вот, а если человек не обременен умом, но у него отличные физические данные, то почему бы, собственно, это не развивать? Да? То есть... Это лично мое мнение такое. Вопрос из чата. Сейчас найду. Вот. Почему у тебя в подписи битая ссылка с ПС? Да, как я понял, нажимаешь на юзербар, и там вот реально ссылка какая-то битая, ерор написана. Ух тышка, на самом деле, ребят, это ссылка, саморекламка, что ли, я не знаю. Там идет повышение репутации. Мне же, кстати, да? Вообще говоря, странно, я вот сейчас проверяю, но это она ведет на kasperskyclub.com и ведет к повышению моей репутации. Так что если вы там не залогинены на kclub.com, то не получится ничего. Тебе же это плохо. Да, так, согласен. Вопрос из чата снова от того же Фитиля. Фитиль жжет? Да. Его Фетель читаю. Ну я Фитиль. Хорошо, хоть не джпап. Со мной учится. Так 17... ты его привел. Лет... Так, ну да. Вопрос надо диктовать. Ну. Так, стоп. 17 лет. Как думал откосить от армии? Откосить. Откосить хорошая девочка, на самом деле. Да. Главное, чтобы кости себе не переломать. А на самом деле откашивать я не думал. Думали другие люди, как бы откосить, чтобы я откосил, да? Точнее, чтобы я откосил. Но я в целом не поддерживаю эту идею, поскольку все же. Как-то сейчас печально то, что модно не служить в армии. То есть вот раньше нам рассказывала женщина, которая служит в Министерстве обороны, и у нас параллельно преподает то, что если в деревне, допустим, парень не шел в армию, и внешне он был вполне, ну, пригодный, то есть не инвалид, не человек с ограниченными возможностями, с какими-то недостатками реальными, то все диву давались, ну что же это за парень, вроде нормальный, ходит, говорит там, может читать и в то же время в армию идет. То есть это было действительно стыдно. Сейчас печально то, что не служить в армии, это можно сказать почетом. То есть сказать, я купил военник, это очень, ну, почетно, это печально, конечно. Так что я к этому отношусь, ну, не очень хорошо. И вот косить от армии, ну, те, кто хотят откосить, пускай косят, то есть это их право, может быть, действительно, они не хотят идти в армию настолько, что готовы откосить, и у них есть другие варианты, чтобы устроить свою жизнь. Но публично этим хвастаться, я считаю, это неправильно. Вот так. Так, Химер, давай задай тогда вопрос из чата. Из чата? Там еще от Аркадия не закончились. Ну ладно, тогда я задам. Многие, наверное, думали над этим вопросом, но я лично в это верю. А веришь ли ты в жизнь после смерти? Честно говоря, опять же, я не берусь судить о том, чего я не видел. И, надеюсь, увижу не скоро, если, конечно, увижу.
Ну, опять же, жизнь — это такая болезнь, которая передается половым путем, и, собственно, от нее даже умирают. Да? Поэтому, честно, не могу сказать, не берусь судить о том, в чем я действительно профан. То, что я не разбираюсь в этом, в религии, в жизни после смерти и в смерти после жизни. Так что ничего вам не могу об этом сказать. Угу. Так, задача, тогда, пожалуйста, следующий вопрос. Я сейчас отодвину на 5 секунд буквально. Окей? Угу. Вопрос с чата. Лавр к армии относишься хорошо, сам служил. Угу. И чуть ниже вопрос, а чего бояться в армии? Во-первых, да. К армии отношусь очень положительно. То есть, естественно, в семье не без урода. Где-то могут просто бить, гнобить и просто ужас творить. Но в целом нельзя, если один, грубо говоря, человек пьет, то нельзя говорить, что вся нация пьет. Да? Поэтому, я думаю, обобщать не стоит. И в целом отношусь к армии отлично, особенно зная людей, которые там служили. Да, сам пока не служил, поскольку учусь на очке, и у меня как бы официальная, ну, не знаю, отмазка. Ну, скорее бронь, да? После уже посмотрим. А насчет чего бояться в армии, на самом деле, армии бояться не нужно, нужно бояться общества. Ведь откуда берутся люди в армии, да? Откуда они приходят? Они же не просто бамцы прилетели откуда-то. Да, и начинают всех бить. Да, они поступают из нашего общества. То есть больна не армия, если уж говорить о каких-то проблемах. Больно само общество. Собственно, из этого общества болезнь и переходит в армию. Так что, если уж говорить о проблемах армии, то лечить прежде всего нужно общество, а не скашивать все на жестокость и ужасность армии. Опять вопрос из чата. Как относишься к катанию на роликах и велосипеде? Раньше был велосипед 5-скоростной. Он сослужил мне добрую службу, отправился в гараж, а потом с ним походу что-то случилось, и его не стало. К роликам отношусь забавно, поскольку у меня мои первые ролики были достаточно дешевые, около $100 на тот момент. И я учился кататься на супер неровном покрытии, и к моему великому недоумению я почти ни разу не падал, то есть когда учился кататься, да и в последующем. Mm-hmm. То есть встал, как говорится, сразу и поехал. Ну, конечно, как на костылях, но в то же время действительно чувствовал себя относительно уверенно. Опять к армии вернемся. Mm-hmm. Вопрос от Фитиляс. Если тебя отчислят, что будешь делать? Я не знаю, что буду делать я, но я точно знаю, что буду делать в военкомате. Да? Ну, да, а что там понятно. Будут делать? Готовить мое дело к отправке. И меня, кстати, вместе с ним. Ну, немного личный тебе вопрос задает Slash1. Ты со своей сетью разобрался? Как у тебя сейчас все устроено? Это настолько личный, что сразу вспоминается анекдот с одного из таких развлекательных ресурсов. А как у вас с Linux'ом? Регулярно? Да? Вот так же и у меня, к сожалению, с тайваньским оборудованием у меня регулярно. Поэтому я на этот вопрос дам письменный ответ вот господину Слэшу. Там я подробно все разверну. Как. На сколько листов? Ну, листов я уже не способен, но буквально, ну, у меня на самом деле очень много письменных ответов. То есть вот после интервью я их, наверное, в течение 50 минут опубликую, поскольку когда я пытался все это одним постом опубликовать, и даже четырьмя, у меня не получалось. Писалась ошибка форума, слишком много квот. Поэтому ждите кучу текста. Окей, будем ждать. Угу. Ну, следующий вопрос от меня. Угу. В профиле у тебя написано «СССР Москва». А почему не «Россия Москва»? А потому что, если так уж говорить, то Союз Советских Социалистических Республик распался в декабре 29-го, по-моему, или 27-го, уж не помню, в декабре 1991 года. А я родился задолго, относительно задолго до этого момента. Так вот, так, прошу простить, в смысле слетел? Бывает, так, все нормально. О чем я говорил? Так, о чем же ты говорил? Мы тоже здесь летели. Проверка на бдительность. Блин. О распаде Советского Союза. А, ну вот. То, что я родился раньше, и, собственно, в документах у меня описалось то, что... И пишется, надеюсь. То, что я родился, сделан я в СССР. А я уже нет. Мне повезло, с одной стороны. Тут как посмотреть. Ну да. Так, задам пропущенные вопросы. В Counter-Strike играешь?
Прямо сейчас у меня на рабочем столе висят ярлычки Counter-Strike 1.6 и Counter-Strike просто. Ну, судя по всему, тоже 1.6. Вообще иногда заваливаюсь к другу и с ним играем вдвоем против ботов. Или я за одну команду, он за противоположную команду и еще боты. То есть, ну, естественно, включаем телек, накупаем всякой еды, киношку включаем. То есть, ну, просто проводим такое время вполне достойное, считаю. Пиратка, лицензия? Стимовская игра у меня. Ну, то есть, грубо говоря, купил упаковку, даже диск не раскрывал, только ввел ключ. А на нашем сервере фан-клуба играешь? Не, играл вообще? Я уже не играл в контру в онлайне, наверное, с год, если не больше. То есть только вот с другом. Ясно. Какова твоя цель в жизни? Честно говоря, жизнь, в принципе, саму нужно наполнять смыслом. Да, то есть как таковой цели, я не могу сказать, что ее нету. Я просто не хочу перечислять всякие банальные цели, типа выжить, семью, прочее, прочее. Поскольку, опять же, неизвестно, что будет в будущем, а загадывать как бы тоже неправильно. Конечно, нужно иметь стратегические планы на завтра, на послезавтра, на завтра следующего года. Но в целом цели прямо, она есть, но это скорее мечта, которая осуществима в рамках данной моей жизни, да? И опять же, поскольку это мечта, то о ней вслух, наверное, лучше не стоит рассказывать. Вопрос из чата. Как считаешь, в СССР жизнь была лучше? Если бы была возможность вернуться назад, то когда бы ты хотел провести детство? Тогда или сейчас? Ой, честно говоря, опять же, не берусь судить, поскольку я хоть и родился в СССР, но... Я был, наверное, несознательным человеком, когда он распадался, и когда я в нем жил. Поэтому адекватно судить о том, о чем я даже понятия не имею, как такового, было бы неправильно. А насчет жить в то или в другое время, я считаю, что я человек своего времени. То есть мне повезло, я не как Леонардо да Винчи, который родился раньше, чем положено, да, грубо говоря, для своего времени. И в целом я... хотел бы жить 90-2000, то есть, собственно, как есть и сейчас. Так, в чате тут пишут интересно. Раньше была рыба, в реку без трусов не залезешь, не войдешь. Так, другое дело то, что это скорее утверждение, а не вопрос. Ну да. Я могу сказать, что, возможно, утверждение и правильное, но в любом случае, в публичном месте без трусов в реку я бы, ну, не стал бы входить, поскольку неправильно поймут. Ведь, насколько я знаю, за рубежом даже справлять нужду под кустик, под дерево, это карается. Ну, правда, не законом, скорее всего, да, хотелось бы законом, но карается. Чем? Я говорю, что, скорее всего, законом. Да, скорее всего. Ну, такой вопрос, переходим к теме книг. Вопрос от Дагаста. Какую литературу предпочитаешь? Ой, на самом деле, по поводу литературы, я вот что могу сказать. То, что в целом книги читаю только по рекомендациям. То есть вот мне, грубо говоря, отец недавно принес книгу Валентин Пикуль, ну как недавно, уже полгода назад, как Валентин Пикуль «Честь имею». Я ее прочитал буквально на одном дыхании, и действительно очень рад, что мне ее как бы посоветовали, да. Так что вот как таковой направленности, то есть технологическая, психологическая, футуристическая, у меня такого нету, да. По рекомендациям, так же, как и с фильмами. Так, следующий вопрос от Ксенона. Бадминтон, спорт, бег, как ни странно, учеба. А еще я люблю, что же я люблю? Так, ладно, подумаю, потом еще напишу. Так, это не то я читаю. Это я писал, это, да. Да, это у тебя написано в интересах. Да, все верно. Так, учеба чему, где, зачем, цели... Ага, цели, задачи. На самом деле, учимся мы всю жизнь, не так ли? Поэтому я уже как бы говорил, что я стараюсь учиться всему понемногу. То есть, конечно, нужно быть специалистом в узкой области и в то же время не терять как бы головы и интересоваться другими вещами. Но так что действительно мне, в принципе, здесь добавить нечего, кроме того, что, собственно, я сказал до этого. А вот в интересы больше ничего не хочешь дописать? На самом деле интересов у меня достаточно много, просто, опять же, не обо всем в рамках данного интервью правильно было бы рассказывать, поскольку это уйдет в такой флуд, что даже мои флудерские способности, наверное, не помогут вам вывести
меня, себя из этого пике. А, так. Так, ну следующий будет? Вопрос уже там задавали. Угу. Ну, вопрос такой от Расфин, если я правильно нюк не читаю. Как ты считаешь, что нас ждет в 2017 году? Цифра верна. На самом деле, мне кажется, что в 2017 нас ждет 2017 год. Это, как говорю вам, как капитан, на который я как бы тоже имею зуб. Ой, а на самом деле, раз интервью связано со мной, то, судя по всему, оно... Ну, в 2017 году вас ждет мое 26-летие. Вот так. Так что я не знаю, для кого-то это радость, для кого-то это горесть, для кого-то это вообще по барабану. Но мне будет в 2017 году 26 лет. А, вопрос... Будешь старичком. Ну, на самом деле, старичком я буду еще и в армии, наверное, так что два раза быть стариком за одну жизнь, мне кажется, непозволительная роскошь. Вопрос из чата, опять же, про года. Переживем ли мы 2012 год? Ну, на самом деле, мне кажется, если много не пить, то переживем. Потому что, как частенько бывает, какая-то проблема случается, и мы уходим во все тяжкие. И многие не выходят из этих тяжких. Поэтому, мне кажется, главное всегда хранить ноги в тепле, а голову в холоде. И желательно в трезвом виде. И желательно так. На плечах. Ну, я думаю, вопрос был именно про 21 декабря 2012, то есть конец света предполагаемый. Да, на самом деле, опять же, этой темой нужно заниматься всерьез, да? То есть нельзя вот верить только СМИ, фильмам, прочим вещам. То есть это однобокость некоторая. Как я уже говорил, нужно рассматривать проблему и вопрос. Вопрос, в принципе, есть. Точнее, проблема это и есть вопрос, просто кто как на это смотрит с разных сторон, да? Так что... Так, ну... Не, ну самый баян то, что в 2012 году выйдет Windows 8. На самом деле, я еще не готов переходить со своей XP, которая на компе сейчас стоит, на Windows 8, поскольку я пробовал семерку ставить, и комп уже ее тянет не очень. То есть тянет вполне, но играть в мои любимые игрушки даже 5-летней давности уже трудновато. А, так, ты в ответе упомянул СМИ, а вообще читаешь газеты, новости, смотришь? А, абсолютно нет, но только иногда, когда... Вот по телевизору просто ничего не идет, и только идут новости, то могу включить. И иногда яндексовские новости читаю, которые вот сверху, в самом верху есть, вот это десятка или там пятерка, я не помню. А в целом не смотрю, поскольку предпочитаю лично узнавать у людей, которые, собственно, если какие-то события происходят, они мне могут о них рассказать. Потому что вот было пара интересных событий, и как их освещали СМИ, и как о них говорили реально знающие люди, и, собственно, это как черное и белое, да? Поэтому и особенно нравится смотреть, когда рассказывают про IT-сферу. Действительно, это видно, что люди в этом некомпетентны, не разбираются. И, соответственно, раз они не разбираются в IT, то с большей долей вероятности можно предположить, что они не разбираются еще и в политике, микробиологии, в других вещах, поэтому ориентироваться на СМИ можно, но как истинно высшей инстанции лучше их не принимать. Это сугубо личное мнение, которое тоже имеет право на жизнь, но я его никому не навязываю, прошу заметить. Опять же, вопрос чата про года. 2012. А если кто не пьет, что их ожидает? Либо трезвая смерть, либо трезвое продолжение жизни. Тут одно из двух. Так что вот так. А вот как раз те, кто пьют, и очень много, даже если жизнь продолжится, они уже, может быть, свою жизнь и не продолжат. Вообще, в этом плане, в отношении алкоголя, я очень, не то чтобы консервативен, может быть, даже маниакален, то, что очень не люблю вообще алкоголь, как вот в плане культуры. То есть, вот, а ты что не пьешь, вот это, да, такие вещи, они для меня немного дикие, поэтому я стараюсь эту тему больше с юмором воспринимать, да? Опять из чата вопрос. Как относишься к микроблогам ВКонтакте и вообще к социальным сетям? Меня ни там, ни в микроблогах, ни ВКонтакте нету. Правильно, кстати. Поддерживаю. На самом деле эта штука это полезная, особенно в плане учебы. Вот знаю ребят, которые староста групп, они выкладывают расписание и прочие вещи в группы, да? А как же ты узнаешь? А я сам староста группы. Реально. Так что у меня тут в этом плане... карт-бланш. Читер ты. Ну, возможно.
лишаешь группу Нет, почему? хорошей информации. У меня есть безлимитный тариф, и я просто всех обзваниваю. Во-первых, я и радуюсь то, что с людьми почти вживую могу поговорить, а во-вторых, сообщаю им расписание. Да, это хорошо. У нас так не делают. Да, у Что нас все плохо? обычно через контакт напишут туда и все. Ну, на самом деле, опять же, я вот когда не имел безлимитку, я, ну, тратил немало денег на обзвон всех моих сотоварищей. А А сколько сейчас их у тебя, кстати, в группе? мне повезло, вместе со мной 11. Мало. У нас аж 40. Но у меня там немного другая ситуация, которая тоже достаточно долго описывать и лениво на самом деле. Но в целом, да, нас 11 вместе со мной. Ну, следующий вопрос. Что дает статус основатель? Это вопрос от Костикин, если я правильно ник прочитал. Поститься, наверное. Костицын, да. На самом деле это не столько привилегия, сколько ответственность. Например, я не могу, вот если человек со статусом мембер, активист, в конце концов, еще может себе позволить негативно выразиться по поводу политики, политики лаборатории в отношении пользователя, просто по поводу других продуктов ЛК, то как бы мне, даже если у меня что-то накопилось, то я не могу это просто взять и выплеснуть. То, что техподдержка ужасная, политика ужасная, государство ужасное, все ужасное, мы все умрем. Поэтому некоторая ограниченность все-таки существует, и нужно фильтровать базар. То, что не может человек с таким как бы статусом говорить вещи, которые он действительно думает. Так что так. Опять же, как в одном из фильмов было, чем больше сила, тем больше ответственность. Так, Это был Человек-паук, как я помню. ну вот это, Да-да. латексный мальчик, да, все верно. А на форуме какие возможности дает сам статус? Именно технические? Технически, на самом деле, могу свои сообщения сколько угодно редактировать. Так что иногда, когда просматриваю старые темы, вижу какие-то вот действительно обидные ляпы, типа там молоко. Ну, это к примеру. Такого я уже себе не позволяю. Я могу спокойно их, даже там двух-трехлетней давности, я могу спокойно взять его отредактировать. Это действительно огромный плюс, который, собственно, помогает мне, ну, держать марку, если можно так выразиться. А другие посты ты можешь редактировать? На самом деле у нас всем этим делом занимаются вот модераторы. То есть вот, редактировать чужой пост, это, ну, человеку не модератору, это, ну, абсолютно неправильно, я считаю. Ну, я уж не говорю про какую-то откровенную там матершину или похабщину, да, или вальс. Ну, или то, что, в принципе, запрещено правилами. Ну, просто я глянул первый пост в теме про интервью. Там ты добавил. Ну, может, не ты, конечно, кто-то другой из модераторов. Ну, на самом деле, там похабщины не было. Я Ну, да. сразу могу тебя заверить, что тебе бояться нечего. А, так, опять вопрос из чата. А, Лавр, плюсики в репу даешь для повышения по группам? Любая похвала должна быть обоснованной. То есть, если хвалить человека слишком часто, он зазнается. Если слишком редко, то он будет не уверен в себе. Поэтому я считаю, что человек должен получать награду за какие-то заслуги и не получать никакой награды, если заслуг нету. Вот так я считаю. Ну, следующий вопрос от Чеба. Нравится ли тебе твой город? Ой, будь у меня свой город, он бы мне точно нравился, независимо ни от чего. Но пока что этот город не мой. Ну, пока что, надеюсь, это действительно пока что. Так что я не знаю, что будет в будущем. Так что в целом я могу сказать, что пока у меня своего города нету. Поэтому нравится мне не может ничто по определению. Ну а город, в котором ты живешь? Сразу, кстати, вспоминается песня Кристины Орбакайте «Мир, в котором я живу». Это, кстати говоря, песня детства, которую я услышал по радио, едем в маршрутке куда-то далеко. А на самом деле, опять же, как свои плюсы, так свои минусы. Другое дело то, что мэр сменился, и вот пока вроде ничего не наблюдаю такого вот явного, что-то бы поменялось в хорошую или в плохую сторону. Так что время, думаю, покажет, что, собственно, принесла нам смена мэра. Прием. Да, Так, да, да. я уж думал, снова мой интернет тайваньский отвалился. Отвлекли меня. Играл ли ты когда-нибудь в лазер так? Я, кстати, когда этот вопрос прочитал, я специально нагуглил и вспомнил то, что
На одном из ДРФК, это было такое большое трехлетие, насколько я помню, один из сотрудников ЛК играл, и Олег наш, играл в лазертаг. И, собственно, по приходу этого сотрудника ЛК у него на голове была огромная такая залепленная блямба. И из-под нее виднелась кровь. Меня это дико заинтересовало, но я как человек тактично не стал интересоваться, да. Но в целом лазертаг у меня оставил такие двоякие впечатления, поскольку такую блямбу заработать я бы, конечно, не хотел. Но в целом, посмотрел, игра действительно интересная, особенно по сравнению с пейнтболом, хотя бы не оставляет синяки, только кровавые блямбы. Но это уже, наверное, другого поля ягоды. А в страйкбол играл? Нет, страйкбол я, к сожалению, не играл. Ну, думаю, в жизни у меня еще вся впереди. Ну да. Следующий вопрос у нас сразу от двух пользователей. Ну, я их объединил. Константин Артурович и Орптис. Насколько я знаю, ты был, так скажем, у истоков и создания ФК. Какие были мысли по созданию ФК? Верили ли вы в конечный результат? Ну, на самом деле, почему был? Я и остаюсь у истоков создания, то есть историю, ну, машину времени пока никто не изобрел или изобрел, но я об этом пока не знаю. Поэтому да я и мы был... не знаем. Да, ну, если вы знаете, позвоните. Ну вот. Скажи свой номер, я позвоню. Обязательно. Да-да-да. Так вот, я был и остаюсь тем, тем человеком, который стоял у истоков. Что я могу сказать? Когда я туда пришел, это действительно был настолько маленький форум, что там насчитывалось около 10-20 человек. Вот в первые буквально, наверное, недели. Он был абсолютно не раскручен, как любой новый стартап. И это он не внушал недоверия или доверия. Он просто был чем-то новым, чем-то для меня непознанным. И так, я, честно говоря, снова вываливаюсь в офф-топ. Еще вопросик, раз можно прочитать? Какие были мысли по созданию ФК и верили ли вы в конечный результат? Вот, это я хотел услышать. Насчет конечного результата. Нельзя верить в то, что ты пока еще не знаешь. То есть, вот, да и в принципе, какой результат может быть у ФК? То есть, результат это, вот, допустим, заработать денег и купить машину. Машина – это результат. Да? А тут это как выражение. Безопасность – это не итог. Безопасность – это процесс. Так же и здесь. Относительным итогом можно назвать то, что посещаемость высокая, его уже цитируют в некоторые СМИ со ссылкой на наш проект. То есть вот что можно считать относительным итогом. То есть итогом можно также считать то, что он развивается и не останавливается в своем развитии. То есть баллы – это просто прорыв. Прорыв в том, что на самом деле много вот таких вещей, которые можно в принципе назвать прорывом. Да? То, что сам Евгений Валентинович отвечает на вопросы, это тоже, можно сказать, такое... ну, недозволительная роскошь для многих компаний, тем более то, что не у всех компаний есть какое-то такое первое лицо. То есть то же самое, что у Apple есть Стив Джобс, также и у лаборатории Касперского есть Евгений Касперский. Это большой плюс, то, что можно задать человеку вопрос, который, собственно, основал, был одним из основателей, все-таки неправильно было бы все на него сваливать, можно задать вопрос такому человеку. Так, напомню, кто только что присоединился к нам. Вы слушаете интервью с фан-клубовцем Лавр, один из основателей фан-клуба. Игорю передам привет, он меня попросил. Так, в общем, сам вопрос следующий. Ты свидетель перемен на фан-клубе. Что отнесешь в плюс, что в минус? На самом деле, то, что для меня является плюсом, для кого-то может являться минусом, да? И то, что для меня является минусом, для кого-то является плюсом. Поэтому вот единственное, что могу отнести, наверное, минус для себя, для меня ФК был это такая группа единомышленников очень узкая, да, и именно с ростом ФК она начала немного разрастаться. А как бы я люблю вообще, когда мало народу, но они все такие достаточно люди именно близкие, узкие. Когда новые люди вливаются, это поначалу как вливается в некоторые какие-то, ну, не то чтобы распри, но иногда непонятки, собственно, как какие-то неприятные мысли прививает. Но, естественно, потом эти люди становятся также близкими. И что я в этом хочу этим сказать? То, что когда народ растет, то все труднее и труднее с каждым поддерживать отношения. И это вот, наверное, один из тех минусов, который я могу заметить. То есть вот сколько нас было, ну, грубо говоря, основать таких людей, которые реально костяк составляли, было около
3 до 7 человек, да, то сейчас этих людей намного больше. Я даже не стану их перечислять, потому что перечислю одних, а других забуду. И это просто будет, ну, неправильно. Поэтому как-то так. Ну да, следующий вопрос от танкиста. Ты еще хочешь задать? Давай, задавай. Кстати, 3 вопроса. А какие трудности преодолевали во время зарождения всего этого проекта? Угу. На самом деле трудности были сначала со сработкой с другими людьми, поскольку всегда это вызывает конфликт интересов, конфликт мнений, и поэтому это всегда проблема во взаимодействии людей. Самое главное, и любое общество без конфликтов, оно, ну, нельзя его считать обществом. Да, также и у нас всегда были какие-то вопросы, на которые я имел свое мнение, другой человек имел свое мнение, третий человек имел свое мнение. И всегда нужно было прийти к консенсусу. И вот приход к этому консенсусу всегда был и остается проблемой, чтобы учесть мнение каждого и вывести решение такое, которое устраивало бы каждого участника решения данной проблемы. Так, дополню тот предыдущий вопрос. Вообще прошло время. Скажи, в чем разница между фан-клубом ваших мечтаний и фан-клуба настоящего? О чем сожалеешь? На самом деле, вот хорошая фраза, и вот я ее забыл. Вспомнил. Вот какая радость. Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. Я на фан-клубе абсолютно не жалею о том, что я не сделал. То есть я делал многие вещи, которые были как положительные, так и отрицательные, и о них я не жалею. То есть нет такого, чего бы я не сделал, да? Так, это вот первая часть вопроса. Вторую часть вопроса можно еще раз повторить? В чем разница между фан-клубом ваших мечтаний и фан-клубом настоящего? Вот. На самом деле фан-клуб моих мечтаний – это тот фан-клуб, который не смог бы развиться. Это вот та самая группа тех людей, которые стояли у истоков. То есть, как бы я ни хотел, это было бы неправильно, чтобы он оставался проектом для 10-50 людей, да? То есть, но это душу мне грело, то, что мы были настолько вместе, у нас был такой очень сплоченный и маленький-маленький коллектив, да? Самое главное, коллектив. Да. Да, коллектив, на самом деле, любую... залог успеха. Да, на самом деле, счастье, главное богатство любого государства – это люди. Также и в интернет-проектах, да и в любых, мне кажется, делах, главное – это люди. Ну, кроме, может быть, даже каких-то там... Да нет, всегда люди, на самом деле. Ну, вернемся к вопросу от танкиста. Смотрел ли ты передачу «Школа злословия» с участием Евгения Касперского? Специально набрал в Google поиске на фан-клубе, нашел темку и вот хотел вчера посмотреть, но печально то, что я писал, отвечал на посты уже ближе к 4-5 утра или к 6, и подумал, что такую речь нужно смотреть все-таки на свежую голову. Ну да. Ну если что, я тебе могу передать, я тоже записывал эту программу. То что если что, обращайся. Не вопрос, спасибо. Так, дополню этот вопрос. А вообще следишь за деятельностью Евгения Касперского? То есть читаешь его блоги, смотришь видео? Блоги в принципе я не читаю, только вот изредка, опять же, только по знакомству. Смотрю на вопросы, которые ему задают другие люди, поскольку вот одна, я всегда предпочитаю это вечером делать, поскольку, ну, свободное время, никуда не спешишь. Иногда из некоторых вопросов, когда вот ты прочитал с десяток штук, какой-то свой можешь вопрос задать. Вот, например, я почитал вопросы и, собственно, вывел буквально позавчера свой вопрос, который также находится у него там в разделе. Ну, вопрос от канадца. Назови свое жизненное кредо. Ну, жизненное кредо, так же, как и цель, оно скорее меняющее, оно динамично. То есть, вот, допустим, сегодня это бороться, искать, найти и перепрятать. Завтра это будь спокоен, да? То есть нельзя под одно жизненное кредо подстраивать всю жизнь и наоборот. То есть жизнь в принципе динамична и как бы выживает не самый сильный сейчас, а самый приспособленный, да? Поэтому вот такие вещи, как вот такая статичность, они во многом губительны для человека. Ну, во всяком случае, для меня, я не говорю, что для всех, для кого-то, может быть, это единственный выход как-то самоутвердиться. А для меня это неприемлемо. Так, следующий вопрос от Калик, или не знаю, как читается. Как проводишь свободное время? И есть ли оно у тебя? Ну, опять же, мне повезло.
в отличие от многих других, а может быть и не повезло тут с какой стороны взглянуть, у меня свободного времени действительно достаточно много. Ну, относительно, то есть я не могу сказать, что я пришел и сразу ушел. В некоторые дни действительно я полностью загружен. То, что пришел и сразу ухожу куда-то, потом прихожу, есть и спать, и потом снова следующий день точно так же проходит. Но в целом свободное время действительно есть, а посвящаю я его. Вот читаю книги, вот сейчас хочу пару фильмов прикупить, чтобы посмотреть. Ну, опять же, все по совету. Так что... Blu-ray фильмы или просто обычный DVD? Увы и ах, у меня Blu-ray привода во всем, наверное, доме нету. Так что скорее больше DVD, чем Blu-ray. А как относишься, кстати, к этой технологии Blu-ray самому? Ну, честно говоря, если я о ней слышал еще года 2-3 назад и думал, как классно будет делать бэкапы. Правда, это займет, наверное, сутки записи на диск, но зато классно. Но, честно говоря, я рассматриваю эти Blu-ray диски только как для себя лично. Это бэкап. То есть, если нет внешнего жесткого диска или еще чего-то, Плюс, они достаточно маленькие диски. Диск сам по себе, он, ну, относительно компактный. А, ну, раз вопрос про фильмы. А как относишься к торрентам? Вообще пользуешься? На самом деле, нет однозначного мнения по этому поводу, поскольку такой стереотип, что торренты — это только пиратство. То есть, я бы так не сказал. Вот сколько на торрентах я смотрел контент, там есть, да, и пиратство, фильмы, которые выходят завтра, послезавтра, игры, которые выходят через месяц, да, такое есть. Но есть и вещи, которые, собственно, вполне свободные, и скачать их можно только на торрентах. Или же очень-очень редко с каких-то файлообменников. Поэтому торренты я смотрю скорее... Каждый пользуется торрентом под свои задачи. Кому-то это нужно качать новые фильмы, игры и не платить правообладателю. А кому-то нужно, наоборот, искать такие раритеты, которые, в принципе, не продаются. Ну, во всяком случае, сейчас. И это как-то способствует этому торренты. Аниме смотришь, кстати? На самом деле, пару раз видел этого типа мультики. Да, действительно, они по-своему привлекательны, по-своему интересны, но... Я их не понимаю. То есть я не говорю, что я не люблю аниме или люблю аниме. Я просто его не понимаю. Ну да, тоже такое мнение бытует, что аниме некоторые не понимают. Но я сам смотрю. Но только не все подряд, конечно. Ну ладно, следующий у нас вопрос от Расвина. Склонен ли ты к авантюрам? О, на самом деле, единственное, что я по этому вопросу могу сказать, то да. И отвечая на следующий вопрос, да, у меня были в жизни авантюрные ситуации, в которые я ввязывался. И на этом я бы хотел на этот вопрос закончить отвечать. А, вернемся к фильмам. А какой любимый фильм актера из чата вопрос? Очень понравился фильм до сих пор. Ну, больше... Вот я люблю такие, знаете, психологические фильмы. То есть «Эффект бабочки», «Остров проклятых», такие, которые заставляют задуматься. То есть ты просто посмотрел, вышел, и если тебя спросят, о чем фильм, ты скажешь, а черт его знает. Вот «Эффект бабочки» до сих пор пересматривал несколько раз. «Остров проклятых» смотрел 2 раза. Вот триллеры, боевики, просто для снятия такого стресса, да, грубо говоря. Ну, не то чтобы стресса, для отдыха мозга. То есть, как любая стрелялка. То есть, посмотрел, как-то расслабился, мозг отключился, все. А в целом, люблю вот фильмы, о которых, после просмотра которых нужно подумать. Ну, например... «Эффект бабочки», «Остров проклятых». Про «Остров проклятых» я 2 дня думал вообще. То есть там чуть ли не схемы выводил. «Эффект бабочки» очень понравилась концовка. Потом на Ютубе нашел еще несколько концовок. Тоже очень так интересно было подумать. Так что как-то так. Так, вопрос опять из чата. Скорее всего, я думаю, что это Игорь. Какие поезда тебе нравятся? Да, согласен, судя по почерку, это Игорь. Ну, не по почерку маньяка, конечно. Хотя, кто знает. Так вот. Игорь маньяк? По этому поводу нужно спросить скорее уполномоченное лицо, а не меня. Я пока не следователь. Так вот. Так, как-то я забыл. Надо обратиться. Еще вопрос, как он называется? Какие поезда нравятся? Какие поезда тебе нравятся, да. То есть. Ну, на самом деле... те, которые выполняют свои функции. То есть поезд должен ехать, да? Ну, точнее, не поезд, состав, тогда уж будем называть более-менее правильно. Состав должен ехать.
это главная его задача. Если он выполняет ее хорошо, то неважно какой он. Ну, может быть, еще чтобы был комфортный, но в целом главное, чтобы исполнял свою первичную функцию. Это перевозка из пункта А в пункт Б. Предугадаю будущий вопрос Игоря. Какого цвета электрички тебе нравится? Честно говоря, действительно вопрос неожиданный, хотя я думал, неожиданных будет не так много, а тут такой самый неожиданный вопрос. Единственное, что по поводу электричек я могу сказать, это то, что в свою бытность я видел, как человек залезал в окно в электричке, чтобы уехать с какого-то действия. По-моему, это было как раз-таки после Макса. Да, это было после Макса, и люди прямо в электричку залезали через окна. Цвет той электрички был цвета электрички, как ни странно, да? Так что... Темно-зеленый. Возможно, темно-зеленый. В этом плане я не придирчивый. Опять же, да хоть и розовый. Главное, чтобы она ехала. Так, надо Игорю сказать, чтобы он перекрасил свою электричку в розовый цвет. Окей, спасибо за идею. Ну, следующий у нас вопрос от Линкана, если я правильно читаю ник. Была ли у тебя в жизни экстремальная ситуация? Если да, то какая? Опять же, как и по поводу авантюр, да, была. Да, это было в моей жизни. Но рассказывать об этом было бы неправильно, поскольку это уже относится, скорее всего, к таким старым воспоминаниям, которые не хочется ворошить, потому что они были радостные, были печальные, и они были. Главное их правильно осмыслить, опять же, да, и сделать из них определенный вывод. Вот, кстати говоря, по поводу вывода, вот тут господин чайный пьяница задает вопрос, а как тебе эффект бабочки 2.3? Опять же, хочу сказать, что с выходом почти всегда, выход новой серии любого фильма, он ознаменуется тем, что вторая серия хуже первой, а третья серия хуже, чем вторая и первая, да? Это такое мое маленькое отступление от темы. Сто вопросов чата по поводу электричек. Был ли ты в детстве на детской железной дороге? Ох, честно говоря, до этого момента я даже не знал, что такая существует. Ну, думаю, в будущем, когда уже не я буду ребенком, а кто-то другой. Твои дети, например. Все возможно. То тогда, возможно, они и побывают. Но меня там не было. Вопрос от D512. Считаешь ли ты себя мудрым человеком? Мудрость — это ум или одно и то же? Вот, кстати, честно говоря, тут я хотел бы сказать вот что. Как говорил Сократ, я знаю, что я ничего не знаю. И если человек в 19 лет считает себя мудрым, то это либо глупый человек, либо он врет, да? Либо он настолько умный, что притворяется глупым. Это вот единственное, что я считаю. Потому что в 19 лет человек, ну, в принципе, не может быть мудрым. Это мое мнение. То есть, конечно, я не исключаю варианта, если он побывал в таких ситуациях экстремальных, ужасных, просто неприятных. Вот именно я употребляю такие выражения, поскольку именно негативные вещи учат, быстрее учат. И когда с тобой происходят негативные вещи, человек быстрее взрослеет. Поэтому, если посмотреть на людей, ну, на детей, которые живут достаточно в трудных условиях, то и пообщаться с ними, то они будут намного умнее тех, ну, зачастую намного умнее тех, кто их старше, на 3-4 года. Так что так. А что касается ума и образования, скажем так, то я эти понятия очень разделяю, поскольку умный человек, он может выйти из любой ситуации, то есть выйти сухим из воды, но может в каких-то специфических вещах в принципе не разбираться. В то время как образованный человек, он в элементарных бытовых ситуациях может себя вести просто нелогично и, можно сказать, даже ужасно. Но в каких-то специфичных вещах, таких узких, он может быть просто мега-специалистом. Так что я считаю, что нужно сочетать образование и образование ума. То есть нужно как образовываться, так же и развивать свой ум, гибкость ума. Вот что я хочу этим сказать. У каждого человека бывают стрессовые ситуации или сам стресс. А как ты справляешься со стрессом? Опять же, мне повезло. Меня с детства еще отдали в спорт, поэтому я был лишен всех радостей алкоголя, табака и прочих. Поэтому я
стресс всегда снимал физическими нагрузками, особенно умопомрачительными, когда в глазах звездочки, ты ее шатаешься. То есть после такой вот физнагрузки действительно не то, что не думаешь о проблемах, ты думаешь только о том, как бы тебе не задохнуться от перегрузки, да, или не потерять сознание. Поэтому действительно очень излишняя физнагрузка, такая экстремальная, я бы даже сказал, она помогает намного лучше справиться со стрессом, да и просто с какими-то такими неурядицами в голове, такими эмоциями, чем, допустим, алкоголь или что-то другое. Вопрос от Ромки. Расскажи, пожалуйста, подробнее, как ты умудряешься задавать зачеты и сессии в свое время только на 5 с плюсом? Вопрос от Ромки. Что ж, Ромка, ой, как раз вот в текстовике я это написал, но, увы, я это найти не могу. Честно говоря, тут много факторов. Это, во-первых, и коллектив, и собственные знания, и другие аспекты, и плюс главное отношение с преподавателем. То есть самое главное — это вот не портить отношения с преподавателем, потому что порти отношения с ним, даже будь ты самым умным и образованным, все, ну, среди тех, кто имеется в наличии, ты вряд ли можешь сдать тот или иной предмет, ну, точнее, сдать предмет, да. Поэтому у меня идет, ну, во всяком случае, у меня сочетание факторов. То есть это личные отношения с преподавателем, это коллектив и это собственные знания. То есть, когда все это вместе совпадает, как парад планет, то, собственно, это выливается либо в автомат, либо в очень вкусные условия сдачи зачета или экзамена. Кстати, что касается, допустим, тех же самых взяток, то это нужно только тогда, когда тебе либо очень нужно остаться в университете, чтобы не пойти в армию, допустим, либо ты настолько ленив и богат, что можешь себе это позволить, а препод настолько, преподу настолько нужны деньги, что он их готов взять. Какая работа для тебя является идеальной? Есть ли такая? Ага, на самом деле... Так. Ой. По поводу работы, тоже один умный человек сказал, что... Секунду. Так, вот, как раз-таки нашел в текстовике. Я вот самые такие выражения люблю записывать. Так вот, найти работу, которая тебе по душе, и ты никогда больше не будешь работать. Вот так же я считаю, что если у меня будет такая работа, которая мне будет просто нравиться, я буду готов вкалывать даже сверх нормы, и мне это будет еще больше нравиться, то действительно я работать не буду, поскольку я буду заниматься любимым делом, а не работать. Ну и за это еще, кстати, деньги получать. А, так, вопрос от Игоря. Назови свой ник в Твиттере. Мой ник в Твиттере, наверное, twitter.com/register.php, поскольку у меня в Твиттере нету. Как и в ВКонтакте, как и в Одноклассниках, как и в... Я не знаю, что еще. Ну, Игорь, у нас маньяк Твиттера. Да, опять же, вопрос от него, боишься? Кстати, насчет Твиттера, очень вспомнил такой хороший, ну, анекдот, выражение, то, что Медведев сделал чиновнику выговор в Твиттер с занесением в личный Фейсбук. Да? Так что это вот то, что мне вспомнилось буквально вот только что. Вопрос. От Игоря, опять же, боишься гриппа? Ну, то есть сейчас по стране вот все болеют. Мне ОРВИ, грипп. Мне повезло, поскольку я занимаюсь спортом и очень вполне качественно питаюсь. И причем ем и лук, чеснок и прочие эти ужасти. И меня все эти беки обходят стороной. Плюс я не заморачиваюсь по поводу вот болезней. То есть, если некоторые люди на себя наговаривают, то что вот я заболею, все будет ужасно, то я живу и не думаю об этом. Да, допустим, у тебя появилась возможность выполнить любое, вообще любое, но единственное желание, что бы ты пожелал? Я бы пожелал то, чтобы никому больше такая возможность не предоставлялась. А если бы было два желания, я бы пожелал, чтобы такая возможность никому больше не предоставлялась, и апельсин для себя. Да, хорошее желание. Потому что все-таки желания штуки опасны, да, как говорят, мысли материальны, поэтому
попадя оно не в нужные руки, так же, как и атомная энергия. Кому-то она дает свет, тепло, свет и тепло, а кому-то она дает боль и разрушение. Так, Зазыч у нас отключился, видимо. Так, сейчас прочекаем чат. Mm-hmm. Так, там каким спортом он занимался-то, это от Фейтлера. Снова он задает повторный вопрос. Ну, бадминтон. Да, бадминтон. А, главное, прошу не путать его с бабминтоном. А это как? А это вот тоже бывает. Говорят, что я занимаюсь, я говорю, бадминтон, а он, или она, бабминтон. Бадминтон это немножко другое. Бадминтоном занимаются на дискотеках, а я занимаюсь бадминтоном. А ты на дискотеке ходишь? Нет, ни разу, кстати, не был. Ну, имеется в виду на нормальных. То есть на всяких, когда на сборах был, там были такие дискотеки. Ну, я не знаю, можно ли это назвать дискотеками в полном смысле этого слова. Но в целом не ходил, поскольку на сборах я скорее спал, отдыхал перед следующей тренировкой. А в городе это... Вот у нас есть дискотека, она не подходит мне по тем или иным параметрам. Или я им не подхожу, это уж я не знаю. А клубная музыка нравится? А просто обожаю. У меня на плеере очень много вот такой музыки. Хотя она действительно слушает мозги, я не спорю, прекрасно это понимаю, но вот это вот тот этап в жизни, который я сейчас прохожу, и мне она нравится. А какое направление? Ну, хаос, электрохаус, транс. Танцевальная и замиксованная попса. Плюс электрохаус, то бишь тектоник. Я так почитал в Википедии, что тектоник это скорее марка, а электрохаус это больше направление. Ну, я тоже слушаю электрохаус регулярно. Всегда практически. Ну вот. Любимое направление. Согласен. А, так, допустим, у тебя появилась возможность выполнить любое, но единственное... А, это было. Это вроде. Было, да. Да. Так. Знаешь украинский? Вопрос из чата. Опять от Игоря. Кстати говоря, несмотря на то, что у меня очень украинская фамилия, украинский я... к великой печали не знаю, так же, как и молдавский, испанский и французский. Несмотря на то, что у меня этих фамилий нету, да? Нет, украинский я не знаю. Ну, так же, как я эстонский. Но эстонский я точно не знаю. Ну да. Вопрос такой. Ты дом построил, дерево посадил, родил детей? Ох, вот тут на самом деле я хочу сразу заметить, что я из-за своих первичных... половых признаков не могу родить детей. Вот это, наверное, самое радостное в жизни, что мне предоставлялось, поскольку действительно, ну не может мужчина родить детей, только если он не сделал себе операцию. А хотел бы? Сделать операцию? Нет, даже если он сделает операцию, он все равно не родит. Ну нет, я уж не знаю, мне кажется, можно. Деньги решают все, да? На самом деле. Почти все. Тут, опять же, это многосторонний вопрос, да. Поэтому, да, тут его обсуждать было бы неправильно. Ой. Так, вопрос от другого фан-клубовца, Зайнчерник. Расскажи интересные истории школьных лет. На самом деле, вот единственное, которое я описал, историю, это вот в посте, который я напишу после интервью, она... уже, короче, произошла после того, как я ушел из школы. Короче, было все так, как со слов моих одноклассников хороших. Ребята пошли в мужской туалет, спустили канат из окна второго этажа. И один из молодых людей спустился по этому канату вниз. Спустился нормально, то есть все окей. И тут заходит очень и очень строгая... преподавательница, учительница, и, собственно, застает их за этим делом, то, что спущен канат из окна, а снизу стоит мальчик и смотрит наверх. Ну, что было дальше, я... История умалчивает, но, думаю, ничего приятного не было. Вопрос от Олега, ты семерки, смешной. Сколько будет 2 плюс 2 умножить на 2? Ага. На самом деле, будет 1, потому что дважды 2... две капли воды умножаем на две капли воды, получается одна большая капля. И плюс еще две капли воды, получается еще больше, но тоже одна капля. А почему именно капли? Правильно составленный вопрос, это уже половина ответа. Он как он составил вопрос, так я и ответил. Угу. Оригинальный ответ, кстати. Да-да-да. Зазбит 8 сказал.
От души, ребят, от души. Ну, теперь серия вопросов от Арптис. Почему раздельно, слово раздельно, пишется в одно слово, а в то время как в одно слово пишется раздельно? Так, дайте мне вопрос осмыслить. Сейчас я тебе скину Ваську, на всякий случай. Так, хорошо, смотрите. Ведь недаром в слове «я» одна буква, а в слове «мы» две. А если на самом деле по существу, если разделить слово раздельно, то получится билиберда, так что не катит. А если же написать в одно слово вместе, то получишь паражу за незнание русского языка и пойдешь в кирзовых сапогах мимо дома. Так что я считаю, нужно знать русский язык. Ну да, русский надо знать. Особенно... А, кстати, да. Раз русский язык, как относишься к безграмотности в интернете? О, на самом деле, интернет – свободная среда, и каждый волен делать то, что он хочет, и писать так, как он хочет. Если человек хочет, чтобы к нему относились нормально, то он ну, нормальные люди относились нормально, то он должен соответствовать как минимум их уровню. Но если он же их уровню не соответствует, то хотя бы вести себя ну, относительно правильно и писать правильно. Так что в этом плане я считаю, что за правильное письмо хоть помогает установить хорошие отношения с другими людьми и способствует этому. Да, согласен. Может ли создавшееся в результате ядерного взрыва магнитное поле уничтожить все твои или мои видеозаписи? Ух ты. Так, можно еще раз? Может ли создавшееся в результате ядерного взрыва магнитное поле уничтожить все мои или твои видеозаписи? Ага. Ой, я уверен, что ни ты, ни остальные люди уже об этом точно не узнаем. Тем более, зачем тебе эротика после смерти? У него его больше. Ее. Это про Задача. Чего? Ладно, все, протроллили. У каждого есть скелет в шкафу. Только каков этот скелет? Это уже дело другое. А тебя он большой? Кто именно? Скелет. Кто? Ладно, следующий вопрос. Так, балерины всегда танцуют на цыпочках, а не проще было бы набрать более высоких балерин? Ага. Ну, во-первых, сколько раз я видел балет, балерины всегда танцевали на полу, а цыпочки сидели в партере, и причем, к сожалению, не одни. Так, еще вопрос. Оригинальный. Если я хочу приобрести себе новый бумеранг, то как мне избавиться от старого? Ну, если ты не всадник без головы, то, думаю, тут без вариантов. А если как другой вариант, то делегировать полномочия утилизации данного бумеранга в подрядной организации. А, так, тут в чате вопрос. А ты юзаешь iPhone? На самом деле, я его не юзаю. Я его использую по мере необходимости. Юзать — это, знаете, как фрики, нерды, люди, которые прям из него вытаскивают, ну, из телефона выжимают все. Я таким был, когда у меня была Нокла. Сейчас у меня не Нокла, у меня яблоко. И я его использую действительно для таких достаточно банальных задач. И многие люди скажут, что ну, зачем тебе такой крутой телефон, и ты используешь его только как звонилку, интернет, книжки почитать и посмотреть иногда видео, послушать музыку. А это действительно то, что я делаю на телефоне. То есть вот каких-то специфичных вещей, которые ну, обычные люди не делают, я действительно с телефоном не произвожу. Вот. Так что, да, у меня, кстати, iPhone 4 из Америки привезен. Мне его, кстати, подарили. Так что, и что примечательно, если у нас, когда только он в Америке появился, у нас он стоил 120 тысяч рублей, топовая цена, то есть из Америки привозили, продавали, перепродавали по 120 тысяч, то в Америке мне его купили за 18 тысяч рублей, ну, если переводить на наши деньги. Да, дешевле, чем у нас. Намного. Да. Сейчас намного. Он стоит 34-36, в зависимости там от гигабайтов. Вопрос от Игоря из чата. Как относишься к неправильному написанию своего ника? Он на самом деле с юмором. Потому что действительно все совершают ошибки. И не нужно, если человек споткнулся, запинывать его ногами.
да? Человек споткнулся, значит, ему нужно помочь подняться. В данном случае я просто в юморной форме укажу, что я не джпап, а просто лавр. Ну, джпапом тоже можно называть, но не нужно. Да, так что я не обижаюсь на это, потому что я прекрасно понимаю, что люди из-за рубежа, которые не знают русского языка, в принципе не могут прочитать этот ник правильно. Так что люди из СНГ, знающие русский язык, не всегда могут понять, что это написание русского слова с помощью английских букв. Латинских. Ну да, ну, латинских. Да. Будут ли функционировать фары космического корабля, если его разогнать до скорости света? Ага, на самом деле в России появилась такая тенденция объезжать пробки по встречке. Но, точнее, тенденция появилась еще давно. Но русский человек чем отличительный? То, что, как сказал Владимир Владимирович Путин, над принятием законов, над законами, думают сотни и сотни людей. А над тем, как их обойти, миллионы. Также и тут. Очень наблюдаю забавную ситуацию в интернете, пока, к счастью, сам такого не наблюдал. Человек выезжает на встречку, потом разворачивается и едет задом. То есть формально он закон не нарушает. То есть, допустим, он проехал поворот, и он возвращается. Главное включить аварийку и ехать по краю дороги. И, собственно, так люди пробки объезжают, едя задом. Так вот, это наглядное пособие, когда русские тренируются везде задом, чтобы свет от фар не бил им же в глаза, когда будет скорость света, когда они будут ехать на скорости света. Так что это вот такая тренировка, можно сказать. Правда, какая скорость у света, я не в курсе. Ну, наверное, быстрая. Так, вопрос от Роман Файва. У тебя в профиле выложена фотография с 10-летнего юбилея лаборатории Касперского. Это 2007 год. Если я не ошибаюсь, ты ее разместил в профиле после празднования трехлетия фан-клуба. Это 2009 год. Это связано с тем, что тебя что-то зацепило на 10-летие ЛК? Какие-то особые положительные воспоминания? Так, кто это задал? Роман Файв. Роман Файв, да. Вас дезинформировали. На самом деле, наверняка он посмотрел комменты и их дату. Поставил я эту фотку, наверное, спустя, ну, если не два дня, то как минимум неделю после 10-летия ЛК. И, кстати, я так и не менял, не было необходимости. Не шибко-то я меняюсь. Просто откомментили ее только спустя два года. Так, еще дополню сейчас. Был ли ты еще на столь масштабных мероприятиях лаборатории Касперского? На трехлетии фан-клуба был. На четырехлетие, не попал. Как раз-таки, если не ошибаюсь, из-за сборов. Понятно. По сравнению с 10-летием, там точно лично для тебя было больше, меньше позитива? На самом деле, каждое такое мероприятие, оно имеет как бы свою изюминку. То есть, вот, например, трехлетие фан-клуба, оно проходило в одном зале, грубо говоря, действо. И там было действительно уютно. Все на виду, приятно всех видеть. То есть, от одного отошел, сразу попал в объятия к другому, кто как. Да, и это была некоторая такая семейность. Это было на трехлетии. На десятилетие ЛК там было масштабное действие на берегу водохранилища, как же это, Серебряного Бора, да? Так что там было просто такая масштабность, что она была по-своему хороша. Так что их нельзя сравнивать, я бы не стал во всяком случае это делать. Так. Ничего лишь. Ну ладно, давай. Следующий вопрос у нас от Audi Q7. Ух ты, мне предлагают Audi Q7? Да. Нет, это никнейм. Это никнейм. Черт, вы, ребята, вы бы знали, у меня аж сердечко забилось сильнее, но. Так, вы молодой и красивый человек, а девушек, наверное, двое нету? Ну, во-первых, то, что я уже человек, это льстит моему самолюбию, поскольку сейчас в мире все больше и больше жестокости, как такого разврата и секса публичного, что назвать человеком себя и другого может далеко не каждый. Мне действительно приятно, что меня называют человеком. Это действительно достойно похвалы. Ведь это действительно очень большая проблема, то, что люди становятся уже не людьми, а животными, и из-за первичных потребностей. Привет, кстати, господину Маслоу и его пирамиде. А такие потребности, как еда, вода, секс, койка. Ну, койка, секс, оно совместимо. И это нужно понимать, потому что предупрежден, значит защищен, как на одном из советских плакатов. А что касаемо девчат-красавиц,
то всегда нужно доверять сердцу, ведь именно оно подскажет правильный ответ, поскольку где ответ, это, собственно, другой человек, твоя вторая половинка. Кстати говоря, сразу вспоминается фраза, что ум от дьявола, а сердце от Бога. Девушка Все? Есть, кстати? Кстати, не одна, а целых 6. Как я уже заметил, я являюсь старостой группы, и у меня действительно отбоя от моих 6 красавиц, особенно в воскресенье, особенно вечером, просто нет. Особенно 21.00? Вот сейчас мне, правда, написала парниша. Это меня немного убило. И такие пишут. Да, такие тоже есть. Ну вот видите, кстати, Лужков ушел, и тут сразу повылезали. Парниши. Да, назовем их так. Так, ну, вопрос от Ахтунга с восклицательным знаком. Стоп, написан. Это понятно. Ладно. Любишь ли ты автомобили? Если да, то авто твоей мечты. Ага. На самом деле к автомобилям я относительно равнодушен, так же как к футболу и так же как и к пиву, которое я в принципе не пью. Ой, и когда мне на 18-летие отец сказал, что купит мне машину, причем не наш пепелац, а именно бэушную иномарочку, я сказал, что мне, в общем-то, таким путем халявным тачка не нужна. Ну, потому что на это были свои причины. Одна из них то, что я уже с 14-15 лет начал зарабатывать, пусть копеечные, но все же деньги. И зная, каким они путем достаются, и какую радость испытываешь, когда тратишь эти свои честно заработанные деньги, собственно, и понимаешь, что именно ты это купил, ты сам заработал, то машина в данном контексте, была бы ударом просто в сердце и, возможно, плевком в душу от меня самому себе, если бы я согласился на эту машину. Так, в принципе, вопросы закончились с форума. Вопросы с чата. Смотрел ли ты фильм «Чудаки 3D» и какие от него ощущения, если смотрел? Ой, что касается вот таких фильмов, по одному названию ясно, что поразмыслить там не получится. А вот единственное, где я люблю поразмыслить, это вот такие фильмы типа «Эффект бабочки», «Остров проклятых», там еще другое, да? А такие фильмы, они именно для отдыха мозга. Вот, правда, для отдыха мозга я предпочитаю именно тупо боевики. Всякие там со Шварценеггером и прочее. Так что, нет, я этот фильм не смотрел. Ну вот, у нас подошли теперь основные вопросы к концу. Mm-hmm. Ну, тоже интервью подходит к концу. Ну, такой вопрос последний. Что ты хочешь пожелать фан-клубовцам? Ох, я бы хотел пожелать банального счастья, радости и прочей лабуды, но, честно говоря, я бы этого желать не стал, поскольку каждый сам творит свою судьбу, да? И в данном единственное, что хотелось бы им действительно пожелать, чтобы у человека было здоровье, поскольку здоровье – это вот единственное, что нельзя купить. Можно лишь приостановить его ухудшение, да, но не купить. Так что, действительно, если есть здоровье, то будет все остальное. Так что, вот действительно, только здоровье хотелось бы пожелать. Остальное можно либо купить, либо украсть, либо заработать. В принципе, все вопросы закончились. И самый главный вопрос – ты выбрал лучший вопрос? И будешь ли ты его награждать? Награждать, безусловно, буду. Раз я буду награждать, что следует из этого, я выберу вопрос лучше. Поскольку я вчера, точнее уже сегодня ночью отвечал на вопросы, то я счел логичным такое ответственное решение не принимать на сонную голову. Поэтому вот сейчас после интервью, либо этим вечером, либо завтра с утреца пробегусь по вопросам и выберу человека, которому, собственно, и отойдет какой-нибудь приз. Да, еще, кстати, из чата вопросы можно использовать. Если хочешь, я тебе могу историю скинуть, где-то могу ее взять. Ну что, наше интервью подходит к концу. Ну, хочет пожелать тебе здоровья, удачи и тому подобное. Очень приятно было с тобой поговорить. Аналогично. Ну, запись я выложу чуть позже. Ты, кстати, записывал свое через скайп? Вот, к сожалению, нет, забыл запустить, так что от меня в этот раз записи не ждите. Ну ладно, тогда все, запись на меня. Ладно, что, будем прощаться.
Единственное, вот вижу коммент отличный. Правильно, всех путевка в Египет. Девочка буквально недавно с Египта приехала. И я спрашиваю, ну что там насчет беспорядков? Правда то, что вот по зомбоящику показывают? И она говорит, что ну почти правда. Я такой, а что именно? Она такая, то что... Я говорю, а могли бы вообще остаться там? Она такая, нет, отели закрываются, и чуть ли, ну, не насильно, конечно, но в принудительном порядке всех отправляют домой. То есть вот такой маленький коммент. Так что даже при желании в Египет полететь, наверное, ну, вряд ли получится. Только если не спецрейсом. Так, ну что ж, спасибо, что дал интервью. Очень приятно было с тобой общаться. Вам спасибо, что пригласили. Да. Ну все, тогда всем пока. Кстати говоря, еще пару секунд. Мы ровно 2 часа вели интервью. Да-да-да. Вот рекорд, рекорд вообще. Да, я тут еще флудер. Ну, в общем, ребят, спасибо вам большое за это дело. Тебе тоже спасибо. Давай, удачи. Да. Давайте, пока. Все, пока.